Еще раз доброго времени суток, наши дорогие друзья, любители PUBG. Добро пожаловать на открытие группы А, которая будет играть сегодня. И также сейчас с вами в студии я, Рустам Авдони, а также Кирилл, также известен как Терри в стимовском PUBG. Всем-всем-всем привет. Итак, у нас стартует второй промежуток группы А. По 4 карты было за сутки. Теперь нужно группе А доиграть свои 4 карты. Это будет Санок, Эрангель, Мирамар и Эрангель. Да, в принципе, как и играли до этого, такие же карты. Хочу подметить данную группу, что нет у нас конкретно ярких таких представителей, которые бы сносили все на своем пути. Сравнительно с группой Б, когда архитектура очень много, так сказать, навела шуму. Но это плюс определенно, потому что у всех в данный момент есть шансы выйти в финал. Финал, да. То есть даже если есть команды, которые, грубо говоря, вчера ничего не смогли предоставить, однозначно могут также сегодня взять один топ, и вы уже будете где-то в середине. Да, 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 уже вот так вот. Да, на самом деле на группе Б у нас была огромная шумиха была насчет архитектуры. Здесь такого именно разрыва именно между одной командой и всеми остальными такого нету. Но все же мы знаем то, что лидирующие команды, которые у нас сейчас находятся на первых, четвертых строчках, ну, можешь озвучить. Пятый сквад у нас будет Larmes de Whiskey. Шестой сквад Gangster Squad. Седьмой сквад это будет The Powerful. Восьмая команда будет это Elite Warriors. Девятая Звери. Десятая Snow Knight 13. Одиннадцатый Your Fatality. Двенадцатый сквад это Danger Esports. И тринадцатая под номером 13 будет ребята из коллектива Aurora. На 14-м будет ребята Maveron, на 15-м как раз таки La Party, на 16-м Expelled From, на 17-м Imperial, а также на 18-м Team Wild Power, на 19-м Peaky Blinders и на 20-м Only Up. Да? Да, все верно. Как раз таки после первого игрового дня, где мы уже проиграли 4 матча, как раз таки такие же Санук, Эрангель, Мирамар, Эрангель. У нас уже есть какие-либо лидеры. Это как раз La Party, Your Fatality, Peaky Blinders и Dangerous Esports, само собой. Четыре вот коллектива, которые сейчас лидируют. И, в принципе, отрыв я смотрел не такой уж и большой. Да, за поэтому два матча, если сделать хороший, набрать много киллпоинтов и сделать, так сказать, встать на хорошее место, да, допустим, именно по плейсменту. Можно, в принципе, обогнать ребята, опустить. Но знаете то, что они тоже не будут стоять на месте. Они также будут набирать очки. Поэтому 4 карты можно, в принципе, догнать их. И у нас уже полетел самолетик. Первая карта второго дня группы А. Санок. Полетел у нас самолет с Хатина по сторону Кампонга. У нас уже падают сквады на лутинг. Peaky Blinders вроде хотят полететь в Хатин. Тем временем я вижу, как 11-й сквад как-то разделяется. Пока, видимо, ищут все. Кемп собирает информацию, куда же можно было бы отправиться. Да уж, у нас разлет по всей карте. Я думаю, все-таки у нас явные фавориты в группе А могут быть Лапар. Очень мне понравилась, по крайней мере, данная команда. Team Wild Power неплохо себя проявляли. Да, на самом деле. Your Fatality, Danger Esports, конечно же. Само собой, да. И Peaky Blinders. Но все может поменяться во второй отрезок игрового дня. Так что желаю нашим командам удачи и хорошей, честной игры. Да, да, как раз таки теперь видим то, что на буткемпе приземлились два сквада, это 18 и 10. Это как раз таки Team Wild Power и Snow Knight 13. Сейчас у нас на экранах появляется, ребята. Решили занять буткемп. Как раз таки что-то произошло не так. Кто-то. А, все. Я думал, почему-то никто не двигается, что происходит вообще в этой ситуации. Торро 77 у нас появляется на экранах, видимо, лутается. В принципе, по луту здесь проблем не должно быть у ребят. Team Wild Power сейчас, скорее всего, однозначно будут встречаться с данной командой и драться за буткемп. За лут
Тойот у нас уже получает из представителей команды Team Wild Power много урона. Сейчас будет искать хотя бы бинты, уж не говоря о аптеках. Так, краски, вот, видит, нашел бинты, по всей видимости, нет. Вот и аптечка. Как-то он ее сначала мимо, да, пробежал, да, типа, да, да, возьми себе, нормально. Тора у нас на центральном здании пытается собрать информацию по лутающимся вокруг главного здания буткемпа. Но вообще, если так посмотреть, больше соберут лута у нас команда номер 18, Team Wild Power, потому что они бегают... Рассредоточились, да? Они, мало того, что они рассредоточились, так еще и очень много зданий пролутали. Одно целое здание не накормит всех представителей команды Snow Knight. В принципе, для двоих здесь именно на центральном, на мейшене, да, как говорится, они в буткемпе, хватает лута, ну, полностью, чтобы обмундировать двоих. Просто-таки. Именем у нас Франклин по боковой... Матер, а топовый сейчас уже видит Wild Power и как-то будут вычислять ноготь, а возможно уже потом и завяжется у нас файт. Тем временем у нас на карте пока все спокойно. Да, на миникарте, посмотри, ребята из команды Team Wild Power хорошо занимают позиции с четырех сторон, как раз таки ребята поджимают, ну, точнее с трех сторон. Они полностью контролят сейчас это главное здание и не выпускать Snow Knight 13. Да, 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 пока у них совсем не останется ничего. Доза у нас появляется на экранах как раз таки луту очень-очень даже хорошо. Нет никаких проблем. Тем временем у нас, по-моему, Сайот даже не нашел энергетиков, как-то не может восполнить свое здоровье после лечения. Но, возможно, сейчас тиммейты поделятся данными агрегатами со своим тиммейтом. Я, по-моему, наблюдаю, что представитель команды номер 10, Snow Knight, сейчас один человек хочет, по-моему, выйти. Они как-то по правой стороне сгруппируются, и, возможно, сейчас у нас будет выход. Тем временем представители Team Wild Power тоже скооперировались втроем на левой стороне и будут вместе действовать. У них есть какая-то информация и понимание. Амир у нас лутает боковушки. Сейчас, наверное, возьмет СКС-ку. Не-не-не. Уж лучше что-нибудь на спрей. Да уж. Сейчас пока все команды ротируются к зоне. Ты заметил, что вот начало, да, уже какое-то напряженное, никто не умирает. В живых 62 человека. По-моему, ни один, да? Ни одного человека еще за карту. Нет, до старта никого. Не поменяли. Даже не нокнули. Да, в том-то и дело. И, может быть, это даже к лучшему. Больше увидим в конце. Ой, мы все получим. Все и сразу. Да, учитывая, что это Санок, и да. Это сейчас уже, грубо говоря, будет. Хотелось бы еще посмотреть на зону. Ты помнишь, какая зона была? Зона была более оцентрованная. Ну, в принципе, даже на карте Санок такого не бывает, чтобы она так сильно шифтует вправо или сильно шифтует в верхний левый угол. Нет. Тут зоны самые стандартные, самые обычные. И, по-моему, насчет ПКшного PUBG тоже был такой миф, то, что на карте Санок PUBG есть всего лишь три зоны, три типа зоны, которые все предсказывают. Ну, не знаю, вот, например, как насчет Санка, но на Мирамаре иногда бывало такое, что просто невыносимо было предсказать зону, учитывая, что она слишком масштабная. Когда зона сводилась на два маленьких островка, это такой контент был, там просто... Там где-то около 30... Видим то, что Лапар сейчас встречается с ребятами из представителей Peaky Blinders. Был один нок в сторону, если не ошибаюсь, это как раз-таки Шелби сейчас получил. Да, у нас Дейти из Лапар нокнул представителя. Тем временем Peaky Blinders отвечает у нас по Лапар, нокает проблем. У нас сейчас да, где-то завидался файт. Сразу забрали как раз-таки. Лапар также получает нок Дейти от Дракончика и RM. Рамкит добивает проблемы и отправляет ребят из коллектива Лапар на 16-ю строчку. Ух ты, видимо, вот где-то... это да, Лапар вылетели первыми, что на самом деле неожиданно. Я даже не знаю, что сказать. Я думал, они где-то будут сейчас колебаться около 5-6 топов. Но если даже вдруг что-то и не получится. Бывает и такое, поэтому Peaky Blinders
Сейчас... Как раз какие-то два фаворита, Peaky Blinders и La Partie, попали в одну и ту... десантировались на одну и ту же точку, и, по всей видимости, был какой-то файт между ними. Да, уж хотелось бы посмотреть на данный файт, но пока мы смотрим на буткемп, на переглядки, и нам придется наблюдать, возможно, чтобы мы не пропустили. У нас красная зона по отрезку карты где-то тоже, так сказать, шарахнула. Да. Такаши из Your Fatality у нас сейчас просматривает горизонт маленьких гор с деревьями. Они заняли недалеко от левого моста позицию в маленьких домиках. Gifted тем временем. У нас сейчас, по-моему, будет завязываться файт. Армстрийский подходит к ребятам из коллектива Your Fatality, ребята отходят, сразу же идет прострел поза ребятам из коллектива Larm is the Whiskey. Учиха сейчас подходит к как раз таки к ландшафту, играет на ландшафт, но имеется уже один нок у ребят из коллектива Larm is the Whiskey. Они находятся на лоу-граунде, а ребята с хай-граунда, конечно же, будут принимать ребят. Нужно либо сейчас спасать своего товарища, либо полностью идти на раш, чтобы закрыть все-таки ребята из коллектива Your Fatality. Они очень жестко их закидали гранатами, тем временем. Сейчас Larm is the Whiskey пытается как-то сгруппироваться и зайти с фланга. В те времена вижу, как Вазелин заходит с Такаши, начинает стреляться. Очень жесткий спрей Сузика. Уходит в сейф, сразу же идет в размен тиммейт Учиха. Второго забирает Такаши. Что он творит? Сразу же закрывает Такаши полностью. Такаши убил Басота последнего как раз таки. Такаши убил Бахти и Вазелина. И при этом довольно-таки очень легко было. Капсула как раз таки закрыл последнего представителя из коллектива Larm is the Whiskey, Учиху, которые отправились на 15-ю строчку на карте Санук. Да, вот это на самом-то деле была ошибка. Динамичность. Была ошибка сейчас от Larm is the Whiskey. Тем временем у нас Иса дает спрей по 17-му коллективу. Очень жестко напихал, но тем временем 17-й коллектив Империал у нас жут. Лег и пытается как-то выжить. Тем временем нокают у нас Скрилла, пытаются подъесть его. И да, это удается. Салим у нас добивает Скрилла. Тем временем команда представителей 17 сейчас на релоуде. Восьмые представители команды, это у нас Elite Warriors, пытаются дать отпор. Видят то, что ребята из коллектива под номером 13, сейчас Аурора на одной машине совершает ротацию, и сейчас будет, наверное, высаживание, да. А высадили одного из представителей, тут же ребята спустились из машины, сразу будут прикрывать своих товарищей. На лохабе остаются ребята, но нужно в этой ситуации что-то делать. Очень жестко Imperial обстрелялись, мало того, что по одному складу, так еще и по другому. Тем временем у нас показывают перестрелка, сейчас... Перестрелка, да, между как раз-таки Elite Warriors сразу... дают один ног и получает, по-моему, в размен. Да. Тем временем Аки дает спрей по фантастику, сразу очень же хороший. Джама его добирает, нокает. У нас идет поднятие своего тиммейта. Ису тоже добирает. Да, Ису добирает полностью. В этой ситуации Аурора имеет один ног, но подняли своего товарища. Сейчас Фаса будет восстанавливать свое здоровье и идти. Знает примерное местоположение как раз таки ребята из коллектива Imperial, и сейчас будут пофланговать через право и подходить ближе к своим оппонентам. Команда Аврора у нас сейчас будет направляться в сторону Imperial по... Тем временем Snow Knight 13 только что нокнул самого себя. У нас в скилл-чате появилось. Может, это один этот... из представителей Snow Knight 13. Флаг? Нет, это именно идет в буткемпе. Ага. У нас до сих пор в буткемпе, видимо, переглядки, но уже с ноками. Да? Да, тем временем у нас представители Explode From получает немножечко ног, Берлин сразу же покидает на свой, ой-ой-ой, как же это больно было. Рядом находятся ребята из представителей из коллектива Gangster Squad, это шестая Peaky Blinders. Как раз таки один из последних из представителей походу покидает нас, потому что сейчас мы видим, что происходит в киллчате. Snow Knight 13 ног это одного из представителей ТВП, ТВП также дает на размен для коллектива Snow Knight 13. Да, у нас начался замес в буткемпе все-таки, и тем временем у нас на экране сейчас Explode From. Они как-то уходят от файта и будут направляться в зону недалеко от Paradise Resort, если я не ошибаюсь. Да, они как-то выцеливают шестой сквад под именем Gangster Squad как раз. Да, все верно. Видим то, что Беловат у нас на экранах появляется тем временем. В киллчате снова на 13 дает ног по сразу двум представителям. И как раз таки
Амир закрывает сразу несколько ребят из коллектива Snow Knight 13, и они покидают нас на 13 строчке на карте Санук. Ребята выиграли как раз-таки тот самый локальный бой на буткемпе. ТВПшники вышли победителем, но пока что неизвестно, сколько людей они именно потеряли из своего коллектива. Сейчас видим то, что Export From стреляются, перестреливаются, точнее, вместе... Gangster Squad пытается он как-то задеть в тайминг, когда он выбежит за дерево. Тем временем... У нас тот самый Only Simple, который вчера навел много шумихи, пытается пройти под дымы через дорогу. У нас видно, что Буги один на стороне соперников 12-й команды и сейчас будет закидывать гранаты. Хаешка очень хорошая. Ой-ой-ой, на лоха остаются Буги у нас. Хаешка летит к Сенатору, но, к сожалению, он сам себя, самого он... себя очень-очень плохо сейчас в этой ситуации. Что же будут делать ребята? Помогут ли они своему товарищу Буги? Я думаю, однозначно. Они его никак не поднимут, потому что им нужно перебегать через дорогу. Сюда мы сразу же прострел от Сенатора по хороший. Представителю команды 20. Only Simple Knock, но и остаются два представителя команды номер 20. Only Up и сбоку молодой пытается нашить представитель команды номер 12. Но пока безуспешно, ноков не было. По-моему, они как-то сейчас будут пытаться все-таки хотя бы Симпла поднимать. Да, хотя бы Симпла, потому что Боги уже все никак не спасти. Ребята из коллектива Danger Esports на самом деле очень-очень даже агрессивные. Но почему-то я смотрю, у них ноль убийств. Они почему? Они же только что убили как раз-таки ребята из коллектива Only Up. Одного из Only Up, они точно одного вроде добивали. Убили, но почему-то показывает то, что ноль убийств. Может быть, не им засчитал, может быть, кто-то подстилил. И такое тоже вполне возможно. Да, может быть такое. Он же сам себя взорвал, и поэтому он дотик. Вот почему. Забыл. Сейчас звери встречаются с ребятами из коллектива Аурора. Хорошая хаешка была от коллектива Зверь. Но сразу же Аурора выходит на размен и тут же закрывает полностью. Коллектив Зверь уходит на 12-ю строчку у нас. Ой, как же жалко. Тем временем у нас показывают на экране Danger Esports, которые заняли очень ключевую гору недалеко от буткемпа. У нас идет прострел от молодого по Равьеру. Тем временем он пытается уйти от прострела, ложится за камень, видит, что сбоку два игрока, представитель команды 16, пытается поджаться и ответить по молодому. Тем временем Simple недалеко начинает доедать тот самый ног. Представитель команды Export From сейчас... Покинул нас молодой сейчас на коленках. Надо будет поднимать своего товарища, но идут на размены. Эксплутфром имеет еще один ног и один Беловод остается на ногах. Сейчас в этой ситуации нужно уже идти на раш. Нужно закрывать ребят, нужно что-то делать. Да, пока что Explode From Below, вот у нас сейчас показано на экранах, он в доме пытается лечиться, Simple заряжает у нас гранатку, возможно сейчас будет тот хороший. Самый ног или же добивание раскидывает у нас дымы, тем временем еще и гранату, как-то вот непонятно какой-то порядок, он может своего же взорвать. Может быть такое, но нет, а такая, оказывается, была как раз таки, был смог, да? Не, была вторая граната. Вторая граната, которая, да, он подумал тоже смог, но перекинул в другую сторону. Неплохо. Молодого, да, по всей видимости, ребята бросают. У нас очень жесткий файт в ангаре. Team Wild Power, Доза как-то пытаются отстреливаться, тут вообще непонятно, что происходит. По-моему, да. Они закрылись сейчас тех самых Империал. Да, Империал как раз таки закрылись от рук ТВПшников. Сейчас Изона, посмотри, какая. Почти 50% воды. И нужно в этой ситуации как-то выкручиваться. Сейчас в большом преимуществе команда номер 14. Аврора. Это Маверон, которая сейчас один в центре плавает. И при этом они слева заходят. Это очень хорошая позиционка. А тем временем у нас идет ног по Эскобару из представителей Gangster Squad. И сейчас... От зоны как раз и ребята, к сожалению, умирают. Также, не успевают они зайти. Тем более у них еще на пути есть Team Wild Power, который, возможно, их бы закрыли. И Аврора, которая также сейчас хилится, живет за зоной. Team Wild Power успел зайти в зону. Сейчас будут менять именно позицию каким-то образом. Видит последнего представителя из коллектива Аурора. Хороший прострел был от коллектива, от игрока Доза. Коллектива как раз-таки The Wild Power. Team Wild Power. Да. На самом деле, Your Fatality также находит последнего игрока из коллектива Only Up. Солдат покидает нас. Также Danger Esports сейчас в передряге вместе с каким-либо именно... У нас, кстати, показывают первый раз на экране команду The Powerful. Да. Сэм в ангаре. Очень тоже неплохая позиция, но у них рядом есть 12-й сквад. Если я не ошибаюсь, это были Danger Esports. И сейчас, возможно, у нас будет очень жесткий файт.
Только что видели то, что Шелби дал ног по Басоте из коллектива как раз Peaky Blinders в сторону Your Fatality. The Wild Power также дают хороший как раз опрокидывает за хаешкой для ребят из коллектива The Powerful. И сейчас ребята будут идти на раш как раз The Wild Power. Беку поднимают, и тем временем у нас представители коллектива 18 пытаются перебежать через дорогу. Возможно, сейчас будут по ним прострелы не только от одного сквада. Сейчас будет у нас поджим в тот самый TPF, китайский иероглиф, и у нас уже готов встречать с Узиком оппонентов. За боксом прячется и пытается от третьего лица заметить своего соперника. Да-да-да, на самом деле. И посмотри, какое скопление сейчас команд в этой ситуации. Только я думаю, Маверон сейчас будет очень легко именно пробираться в... как раз таки круг, да, Peaky Blinders, последний представитель 19-го коллектива сейчас в воде находится, и зона более отцентровалась, и как раз таки вот, да, вот очень жесткая финалка сейчас будет, потому что Danger и Sports уже вышли с ангара, заняли центровую площадку, где вот эти вот заборы. У них сразу же рядом есть The Powerful Squad, который находится в ангаре. И за ангаром представители коллектива 18 пики. Нет, это Team Wild Power, те самые, которые вышли с буткема. У нас дает Маверон хороший спрей. Парад по Тимуру из Team Wild Power. Сразу же нокует одного, пытается ротироваться более левее к краю зоны. Они будут чуть позже заходить, чтобы не вслеснуться в этой схватке сразу же и не умереть. Тем временем я видел Danger Esports Phantom у нас делает ног с гранаты по представителям коллектива номер 7 The Powerful, если я не ошибаюсь. Да, нашли как раз последнего представителя из коллектива Peaky Blinders. Идет прострел по воде, и, наверное, сейчас они будут... Да, нашли огородника как раз таки. Да, но тем временем ему нужно как-то тоже со скалы этой выбираться. У нас сенатор показывает на экранах, он занял какой-то угол контейнера. Довольно-таки очень скованно сейчас Danger Esports. Тем временем он, по-моему, сейчас захочет зайти, там была граната, он сразу же отошел. Маверон Абдушакур у нас сейчас получает очень много урона от сенатора, который, кстати, кидал гранату, он сразу же ему отвечает хедшотами. И у нас падает один представитель команды номер 14, если... Да, и Team Wild Power сейчас у нас покидает нас на этой строчке как раз таки. Седьмая команда The Powerful выходит. Последний представитель, который остался здесь. Нет, не последний, предпоследний. Получает сразу же ног, и зона поджимает. Надо как-нибудь двигаться. Зона падает, шифтуется в левую и нижнюю сторону. Псих убивает как раз таки всех, которые там остался. И пропускает с правого фланга. Ребята из коллектива The Powerful. Остаются три команды, 9 живых. У нас них... огромный шанс сейчас есть... на занятие топ-1 от коллектива Danger Esports, если сейчас вовремя сенатор вылечится и встанет на ноги. Да, так и происходит. Тем временем у нас коллектив Маверон находится чуть выше, но им придется сейчас спускаться в центр зоны. Откидываются дымы за заборы в контейнеры. Сейчас будет выход и просто полная мясня. Как ты думаешь, кто же выиграет данный отрезок карты, Санок? Думаю, конечно же, ребята из коллектива Маверон, потому что они ходят очень-очень хорошо и сейчас будут рашить в этой ситуации. Да, уже опрокидывают смоги. При этом сразу же под забор лег Кадич. У нас сенатор дает спрей по верхней стороне, сбоку вообще ничего не понятно, в дыму выходит у нас сенатор по правому флангу недалеко от бочек. Сразу же его замечает Кадич, его нокают. Кадич встает в размен, пытается убить Абдушакура. Так и есть, сразу же ног, пытаются добивать своих оппонентов. Добил одного из них, как раз таки Фантома сейчас. И Депсих поднимает у нас как раз таки сенатора из коллектива. Сенатор, а Кадич поднимает у нас Фарата, и у нас будет файт 2 на 2, если вдруг каждый успеет поднять, так сказать, своего тиммейта. Когда видит, нашли психа как раз таки в смоке, и сейчас психи... Психи. Психи говорят, нет, посмотри, Danger Esports летает в этой схватке. Видимо, там сенатор... Маверон не успел как раз таки поднять своего. Сенатор вылечился и двоих проспрейл, потому что они нокнули представителя... Danger Esports, который сразу же побежал и нокнулся, если ты не заметил, прям под камнем. Да. Это тоже было, да. Ой-ой-ой. Ну что ж, поздравляем за первую игру второго группового дня. Danger Esports у нас забирает второй топ, насколько я понимаю.
представитель команды «Сенатор», всеми известный, его очень много любят, и у нас очень много поклонников на стриме данной команды. Danger Esports топят, да, сейчас, да, чатики. Это просто сразу видно. Поздравляем. Молодцы, молодцы, ребята, то, что топите за свои команды. Первое место уже у нас заняли, открыли, так сказать, второй день для группы «А». На первой карте Сану. Неплохое начало, неплохое. Да, и скоро мы будем ожидать как раз-таки... Это только разминка с Санук, я бы так сказал, знаешь. Следующая карта Эрангель, Мирамар, еще раз Эрангель. Нам покажут, что вообще... кто вообще умеет использовать тактику, стратегию. Потому что Санук — это такая карта, где ребята играют больше интуитивно, а не на тактику, знаешь. Ребята чувствуют друг друга, чувствуют игру, кто знает примерно, кто куда пойдет, кто как будет действовать, знает своих тиммейтов, как они вообще работают, и но доверяет друг другу. Хочу подметить, в этом игровом не Мавирон уже занимает топ-2, хотя они в прошлом отрезке игрового дня, они как-то немножко не сильно выделялись, поэтому это значит о том, что они сегодня готовы к бою. Да, 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 на самом деле. И у нас, получается, закончилась первая карта. Скоро мы уйдем на небольшой перерыв и вернемся уже с новой карты Эрангеля. Пока у нас есть маленькое количество времени, я хотел бы напомнить про наших организаторов. Это MITC, как раз-таки Министерство по развитию Министерство по развитию информационных технологий в Узбекистане, да, а также IT-парк совместно с Revotech и киберспортивной организацией Arcred. И наш главный именно спонсор — это Адреналин. Адреналин. Ребята, будьте с нами, оставайтесь вместе с нами, видим вашу поддержку в чате, мы тоже хотим прокомментировать все, увидеть, что вообще произойдет и кто будет именно. Ставьте лайки, обязательно не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся совсем скоро.
Ну что ж, мы снова вернулись к вам, и сейчас у нас уже скоро начинается карта. Вторая карта — это Эрангель. Да, само собой, вторая карта. Ждем от группы A, которая вообще пройдет. И как раз-таки, помнишь, мы говорили про конкуренцию, которая будет с группой B, как раз-таки с ребятами из коллектива «Архитектура». Кто же в этой ситуации, по-твоему, может составить им конкуренцию? Я думаю, тот самый Danger из коллектив «Сенатора». Очень много фанатов у него сейчас на нашем стране. Вообще, в целом, этого сквада. Хочу напомнить, что у нас на нашей трансляции сейчас не только представители, так сказать, PUBG Mobile, но еще и смотрят с Нью-Йорка, и не только. Ух ты, а вот это вот я не знал, вот это я пропустил где-то, по всей видимости. Да, чатик читать надо. Да, нет, я читаю на самом деле. Ты хочешь сказать то, что ребята из коллектива Danger Esport будут составлять конкуренцию в финале для ребят с коллектива «Архитектура»? Да, я думаю, именно так. Посмотрим. Может быть, они, конечно, не верстают так, как «Архитектура» в группе «Б», но, возможно, просто в группе «А» очень много сильных соперников, и им не удается сделать столько же киллов, столько же топов. А возможно, просто ребята на чили слишком много не выпускают энергии, чтобы оставить это все на финалочку. Да, само собой. Ребята еще держатся пока что. Никто не показывает себя так, как нужно себя показывать. Сейчас нужно выставить все свои именно 100% на эти последние три карты, потому что это уже финишная прямая, ребята. Как раз-таки вот финишная прямая начинается. Эта прямая начинается с Приморска, заканчиваем мультапауэром. Это один отрезок, который идет у нас сейчас на карте Эрангель. Также на карте у нас после этого будет карта Мирамар и еще раз Эрангель. Видим то, что Пики Блайндерс, как всегда, ребята из коллектива Пики Блайндерс прыгают на самых ранних таймингах на любой карте. Видимо, им просто комфортно играть там, где начало самолета, так сказать, чтобы избежать... Точнее, наоборот, сразу же изначально лутануться, пока самолет летит, они берут лут и сразу же занимают какие-то отрезки карты. Тоже есть такие страты, так что не будем этого отменять. Тем временем смотрим, что у нас лопар летят в сторону боковой сосновки, если я не ошибаюсь. Они как-то сейчас будут распределяться. Где же те самые Danger Esports? Они, видимо, как-то еще не выпрыгнули. Я пока их не наблюдаю, не вижу. По всей видимости, они будут прыгать на как раз-таки мультипауэр. И ТВПшники прыгают, да. Да, вместе с ребятами из коллектива Danger Esports. Да. Возможно, у нас сейчас будет на заводе, либо же на мультипауэр замес. Тем временем, как я и говорил, Peaky Blinders берут по маленьким домам с левого участка карты и будут быстро лутать, там как раз и транспорт есть. Сразу же будут занимать со стороны госпиталя какую-то ключевую зону. У нас был разлет, так сказать, с нижней части. Долетели все до середины. Рожок, Ясная Поляна и Георгополь пока что не заняты. Да, школа также остается не занятой, и сейчас видим то, что 16-я, а также 6-я и 12-я команда будут направляться в ту сторону. Тем временем у нас на экранах появляются ребята из коллектива Only Up, молодой, без ничего, сейчас нет, по-моему, имеется Юм-45 за спиной сейчас, и будут как раз-таки душить ребята из коллектива, это ребята из коллектива под номером 8, это Elite Warriors. Верно, возможно, сейчас у нас будет ближе. Солдат потерял немного хп больше. Салим стоит за зданием, тем временем в киллфиде Зверь у нас мафия. Мафия нокает, ребята, скажите его, Лармас де Виски Учиху. Ну что ж, посмотрим, что сейчас произойдет. Тем временем у нас идет уже урон по фантастику. От Буги идет нок. Тем временем они в починках. Да, в починках располагаются вместе с ребятами из коллектива Лармас де Виски. Учиха сейчас в ноке. Сейчас будут какое-либо опрокидывание хаешек, но пока что ничего не видно в этой ситуации. Также мафия получает небольшой урон от ребят из коллектива Лармас де Виски. И сейчас будут двигаться, наверное. Я думаю, надо было бы все-таки мафии добить своего оппонента Учиху. Потому что любой поинт очень важен. Но да, Диор это сделал за него. Да. Может быть, как-то хотели поубайтить. Бахти у нас тем временем на втором этаже лечится. Лармас де Виски как-то именно неуверенно, не слишком вместе.
распределяется по починкам. Бахти будет ждать просто на информацию и взрывать тех, кто будет к нему подходить. Кстати, по нему уже прошел урон. Это граната была? Нет, это как раз прострел был. Да. Вот Рока сбоку начинает шить по Бахти. Бахти не знает, куда деться, по-моему, снизу. Уже идет раш на второй этаж. Заходит Диор вместе с Мухаммадом, по-моему. Да, Мухаммад получает ответный нок. И Диор также падает на коленки. Уже два минуса у ребят из коллектива «Зверь». Надо вытаскивать, выходить из этой ситуации. Да, сразу же Диора добивает, подтверждает тем самым свой нок. И «Зверь» сейчас также получает еще один нок со стороны ребят Бахти из коллектива. Очень плохой ситуации был. Мафия его нокает. Лармас тем временем у нас Лармас де Виски теряет, по-моему, двух оппонентов. И остается один фенсер, который будет сбоку обходить за зданием синим меншина одноэтажного. Мафия не будет поднимать своего тиммейта, потому что он в открытом опене. Сейчас он заползет чуть-чуть, и да, у него будет шанс на поднятие своего тиммейта. Как раз таки экстази дотекает от рук ребят из коллективов «Зверь». Сейчас Лармас де Виски бросает своего друга, товарища, и уходит отсюда. Правильно делать, надо уже играть на плейсмент. Все, уходит. Да, он сейчас будет брать УАЗик и будет как-то занимать центровую зону, угадывать, где-то лежать и, так сказать, пытаться заработать для своей команды проход дальше. Да, также за это время в килл-чате мы видели то, что Аурора получила как раз-таки нок от ребят из коллектива. Если я не ошибаюсь. Ой, плохая хаешка в этой ситуации была как раз-таки от ребят из коллектива Only Up Soldata. И сейчас, ребята, очень затяжной файт, очень даже затяжной. Нужно двигаться уже в зону, нужно схлестнуться, сделать какую-либо тактику, сделать нок, закрыть всю команду и все, идти в зону. Only Up у нас на экранах в мульте, и тем временем Simple у нас недалеко от представителей команды номер 8. Это у нас те самые Elite Warriors, которые вначале получили немного урона. Если я не ошибаюсь, даже, по-моему, потеряли одного тиммейта. Так как я вижу... Нет, они все в целом, все целые, вчетвером живые. Видимо, подняли тогда Фантастика, когда Буги его нокнул. И они как-то пытаются аккуратничать, не лезут на рожон. Тем временем я только что видел, что Иса нашел третий шлем. Фантастик дает спрей по молодому за забором. Тем временем пытается... Simple также откисает от Фантастика. Два нока от Фантастика. Нужно действовать как-то сейчас команде Elite Warriors и поджимать. Но... Молодой горит. Молодому кинули молик, но он как-то не загорелся сбоку. Есть представитель Solo Ad, по-моему, никнейм. Он как-то будет пытаться со своим тиммейтом Буги сейчас спасать свою команду. Салим передвигается чуть ближе. По-моему, будет пытаться доедать. Да, все верно. Он дает спрей по молодому. Сразу же дотик. Видит второго представителя. Дальше. Пытается прострелить его. Солдат. Да, Боги сейчас держатся как раз-таки на этой ситуации. Двое против четырех у нас ситуация. Как раз-таки с дедушкиным дробовиком сейчас выходит. И Export From, мы видели то, что еще также схлестнулись. Как раз-таки уже Elite Warriors имеет два нока от солдата. Очень-очень даже хороший как раз-таки прострел он показал. Одного как раз-таки поднимает из своих товарищей. Фантастик находится прямо в упоре у как раз-таки Боги в этой ситуации. Обходят Боги справа, слева. Сейчас уже справа дает шот с дробовика, немножечко не вовремя. Как раз был хороший у него шанс. Фантастик тем временем пытается переместиться, потому что очень опасна близкая стрельба против Буги с его дробашом. И уж тем более у него пол КП. Он как-то пытается сбоку выходит, и они добирают Буги. Да, Фантастик сделал хороший именно прострел. Солдат сейчас на лоу хп, может вообще потерять всю свою команду полностью. Сейчас нужно либо хилиться, и мы видим то, что нет аптечек. И все, это, по-моему, конец для ребят из коллектива Only Up. Да. Даже ну, посмотрим, сейчас... может быть, все-таки произойдет чудо, и как-то где-то он найдет либо бинды какие-то, либо еще что-то. Добирает у нас Буги, остается, по-моему, один соло АТ, и его также добирает представитель Elite Warriors Khan. Ну что ж, очень затяжной файт был в мульте, тем временем, тем более все представители Elite Warriors выжили, так что это очень тяжкая работа была для них, сейчас будут лутать лут соперников, которые они добыли в честном поединке. Да, ребята из коллектива Only Up, конечно же, не повезло в этой ситуации. Не смогли заработать ни одного киллпоинта. Но у ребят сейчас, как раз у их оппонентов, уже имеется 4 киллпоинта. И это уже хорошо. Нам показывают верхний Джордж. Это Пики Майндер сейчас здесь находится. Рядышком с ними прям The Powerful также располагается и лутается. Да, возможно, у нас сейчас будет файт на верхнем Джорджиполе.
И пока что представители Peaky Blinders у нас немножко разделились. Одни лутают высотки, а другие, получается, другой отрезок карты ближе к воде. Но Peaky Blinders, по-моему, не подозревают, что сейчас они столкнутся с командой The Powerful. Сейчас даже на дороге уже человек спрыгнул один. Сэм, возможно, сейчас не видит своего оппонента, но на стороже. Bad Boy у нас заряжает гранату. Возможно, сейчас у нас будет супер нок по Джеку. Из представителей The Powerful дается граната на пол хп. Джек бежит, сломя голову. Сразу же Bad Boy подбирает очередью его. Пытается закинуть внутрь гранату. Вряд ли, конечно, она все-таки его нок, не потому что он уже спускается на лестнице чуть ниже. Ой, я бы удивился очень-очень даже сильно, если бы она действительно его бы нокнула. Назимов и Бек у нас сейчас заходят в данную высотку и будут пытаться поднимать своего тиммейта Джек. Дается информация у Peaky Blinders о том, пушим или нет, потому что вряд ли сейчас, как раз-таки, как я и говорил ранее, два игрока, которые находятся и заняли высотки, так спокойно не смогут перебежать ту дорогу, и они не будут торопиться абсолютно. Вижу, что в чатике даже болеют за команду «Аврора». Ребята, топите за свои коллективы, ставьте лайки, не выпускайте ни одну карту. У нас заканчивается сегодня уже группа А и группа Б. Да, только что Сэм прострелом дал как раз-таки ног по одному из представителей Peaky Blinders. Также мы хотели бы узнать судьбу ребят из коллектива Explode From и Aurora, потому что они тоже появлялись у нас в чате, но мы их как-то не видели, ничего не слышали. Да, как раз-таки звери сейчас находятся втроем на почи. И, по всей видимости, они... Да, это же они победили у нас именно в схватке. Зона непредсказуемая. Она может как и наверх, так и вниз слеснуться. Но Danger и Sports посчитали, что она будет наверху и занимает верхний отрезок карты. У нас тем временем Сэм дает прострел по Peaky Blinders, которые проезжали как раз-таки с того отрезка высоток и занимают позицию ближе к своим тиммейтам, которые находится ближе у воды. Тем временем показывает он Бека, который подтягивается к своему тиммейту Джеку. Джек заряжает гранату в сторону Peaky Blinders. Возможно, сейчас она будет очень жесткой и будет нок. Но это вряд ли, потому что Peaky Blinders, я вижу, что сместились чуть-чуть левее. Ребята контролировали левую сторону, но почему-то пока что... Пока у них очень затяжное, и Peaky Blinders, подмечу, что они за зоной, они сейчас будут получать определенный урон, и это будет сказываться на ихнем хелспойнте и, так сказать, спешке, потому что им нужно как-то занять отрезок карты, где можно вылечиться и, так сказать, спокойно жить. Пока еще, благо, первая зона, она особо сильно не коцает. Тем временем вижу в киллфиде у нас в Your Fatality представитель... Gifted вроде, он нокает одного из оппонентов. Ты видел ли? Нет, вот как раз и видим, что это Gangster Squad, братик у нас покидает нас. Один из представителей как раз таки сразу же дотек. Это также Your Fatality. Вот и показывает нам Gangster Squad. Эскобар сейчас нокнутый. Азиз на втором этаже пьет энергетики. Будет как-то поднимать своего тиммейта Эскобара. Выходит с дома. Садится на дачу и будет как-то подъезжать ближе к своим. Gangster Squad еще и Danger тоже едет обратно. Видимо, как-то что-то они растянулись. Сейчас Your Fatality тем временем рашит второй этаж. Рашка как-то чекают весь периметр. Капсул у них со второго этажа накидывает дымыш за забор, чтобы по ним не было прострела. Они как-то будут пробираться через весь рожок. Да. Но хочу подметить, что в самом Рожке вообще я не видел ни одного сквада, разве что у них есть позади Gangster Squad. Как раз Your Fatality играет очень аккуратно, и это и подтверждает их действия как раз раскид смоков для того, чтобы сделать небольшое укрытие, чтобы ребята смогли полутаться. Также они контролируют весь горизонт, посмотри только. И мы возвращаемся на наш обратно, на тот самый файт между ребятами из коллективами The Powerful и Peaky Blinders. Peaky Blinders также, видим, по всей видимости, есть очень много аптечек, потому что находится за зоной. Те самые расходники, которые очень-очень даже сильно будут нужны им, всегда они расходят в самом начале именно карты. Да, The Powerful в большем преимуществе в данном случае, но, как я понимаю, они до сих пор как-то через дома пытаются уйти от данной зоны, но им нужно, необходимо прям искать транспорт. Вижу, что Фантастик уже нашел третий шлем, если я не ошибаюсь, все верно.
Нет, это да, это третий шлем, да, третий. А разве третий каски спавнится, получается, на всем отрезке карты и вне зависимости от дропа? Да, да, да. Вот это круто. Это как получается старый паб. Получается, в пабге новом сейчас нет именно головы третьей. Да, да, да. Уже давно нету. Ой-ой-ой. Так что только с дропов там лутаются данные шлемы. И мы видим, сейчас у нас показывают представитель команды номер 8. Это Elite Warriors. Фантастик, который на краю Ясной Поляны вместе со своим сквадом пытается выйти с данного участка карты, чтобы пройти в сторону зоны. Но я даже не знаю, есть ли у них транспорт, потому что им надо будет как-то ротироваться по открытому полю. А они в зоне сейчас? Они все в зоне. Они разве в зоне? Да, они в зоне. Но пока что, учитывая, если это первая зона, да, она только что вот сместилась на край и сейчас откинула новое. Возможно, нам попозже кастеры обязательно откроют карту и покажут, куда же откинула зона. Но мое предположение, это логично, что она все-таки была на верхнюю слой карты, где у нас находились Danger и Sports, я так думаю. Да, все верно. Я сейчас вижу, что, по-моему, это край карты. Недалеко от гангстер-сквада Азиз. Его тиммейт Денджер остались вдвоем. Сейчас пытаются на два фронта целиться с Минки. X8 сразу же получает очень много урона от ТВП. Это Team Wild Power, который очень много урона нанесли Азизу. Как это было? Он только высунулся и сразу же на тебе раз. Да, хорошо, хорошо. Прям сконтролили, выждали момент и сразу же все в голову прилетело. Почти сняли третью каску. Тем временем видим то, что Danger из коллектива Gangster Squad сейчас ждет. И Shift Zone прямо на рожок. И сейчас даже тут может сыграть как раз-таки игра вверх-вниз. То есть зона может также уйти вверх в open field, также вниз прямо на рожок. Самом деле, опять какой-то центровой отрезок по реке идет. Тем временем звери у нас сейчас пытаются сразу занять кемпу дороги, маленькое здание. Либо же они будут дальше проезжать. Да, они решили дальше на гору проехать, чтобы занять какой-то отрезок дома и простреливать всю карту. Азиз у нас пытается опять на ТВПшника вылезти. Я бы на его месте больше. Тимур там уже походу наготове. Может быть, даже он его увидел, но нет, там мешает контейнер. Поэтому в этот раз Азиз более-менее уже вряд ли получит столько урона. Да и уж, тем более, по-моему, Your Fatality... Точнее, извините, Elite Warriors, представителю 18-й команды, нужно выходить. Это ТВП, это ТВП, это Team Wild Power. Сняли каску для Азиза, и сейчас, есть СЛР-ка прямо рядом. Почему он не подобрал, а работает именно с Минькой? Ну, Минька более точна, на самом деле. Да? Да, Миня более точна, и уж у нее больше патронов. Так что я, например, быть честно, мой выбор это Минь. Если спросит Минька или СЛР-ка, ты выбираешь Миньку, да? Да, однозначно. Ну нет, у меня тут выбор очевиден, это СЛР-ка. Это как, знаешь, мощнее. Это как калаш или топ-эмка, которая более точнее, и тем более можно на дальней дистанции куда хуже вырубать. Тем временем показывают у нас команду Your Fatality Такашик, который видит перемещение Imperial на баге. Он пытается проехать через мост, я так понимаю. Да, старался проехать через мост. Также его товарищи сейчас будут подъезжать очень-очень даже близко. Зона уже потихоньку будет смещаться. Видим то, что показывают нам пики Блайндерс. Слеснули схватки со зверями. Сейчас 4-3. Мухаммед падает на коленки из коллектива звери. И сейчас надо уже рашить ребят, потому что они остались вдвоем. Без аптек никаких. Огородник у нас сейчас также, по всей видимости, еще и Шелби на пол. Меньше, чем за пол хп остается. И нету никакой медицины. Есть только у ребят из коллектива зверь также дается ног по от мафии. Сейчас, да, от мафии. Сейчас будут ребята идти в раш, потому что но есть большая проблема у ребят из коллектива Peaky Blinders. Что-то очень мало хилов. Хилов. Они сейчас все трое коцаны, разве что у одного представителя пол хп. Шелби у нас вообще почти без хп, чуть ли не нокнулся сейчас от гранаты. Рокко пытается как-то нащупать свой момент, чтобы выйти и нокнуть представителя. Peaky Blinders сейчас пока очень сильно зажались. Возможно, сейчас ног будет хорошая хаешка, краски у ребят уходить отсюда. Да, немного. Она покоцала огородник. Огородник сейчас отходит сразу же. Шелби встает на замену у данного здания. Будет от третьего лица просматривать, где смотри, же их оппонент. Смотри, какая тактика. Он залез на машину, чтобы посмотреть.
третьего лица в этой ситуации. И сейчас мафия выходит, делает два нока и сам умирает. Ну, точнее, нокается. Ой-ой-ой, очень мало хп остается. И у нас сейчас пики блайндер остается. Два человека, один из которых в боевом состоянии, дается нок по зверям сейчас. До и конца один просто на играют. Один просто. И в этой локальной схватке побежает, ребята, из коллектива. Зверь поднимает на последний. Ой-ой-ой. Не успел, к сожалению, одного своего тиммейта поднять. Да. Выживает лишь один, и это Рокко, Мухаммад, который первый нокнулся, при этом он очень сильно пригодился после того, как он вылечился. Также X-Platform встречается с ребятами из коллектива Imperial. Сейчас у нас в хилл-чате появилось что-то, и хотелось бы сейчас посмотреть на них. Да, пока у нас уже файт прошел в данном кемпе, где звери победили свое противостояние. Ты сейчас посмотри, Imperial только что, точнее, X-Platform только что закрыли ребята из коллектива Imperial. Elite Warriors у нас направляются в сторону Danger Esports. По-моему, два игрока из Danger Esports остались всего, Фантом и Сенатор, потому что других я не вижу на карте. Возможно, сейчас они схлестнутся с командой Elite Warriors и как-то будут простреливать по ним. Elite Warriors как-то... Вроде они сейчас дали фланг направо, поняли, что по ним был прострел. Да, я уже вижу трех представителей. Оказывается, все-таки у Danger Esports, по-моему, даже и нету потерь. Но, возможно, мы позже это и увидим. Тем временем у нас показывают The Powerful на Тимов, который сейчас на балконе. Падает на коленки. Сейчас также Даврон падает от ТПФа. Джек сейчас на первом этаже делают контрольный выстрелы и сразу доедает одного из представителей. Также получает разменный нок. И Лапар у нас покидает на 12-й строчке на карте Эрангель. И The Powerful в этой схватке, локальной схватке, как раз таки побеждает. Молодцы, ребята. The Powerful были в данной ситуации нам. У Лапар, по-моему, еще полного сквада своего, поэтому как-то вот не получилось выиграть данный файт. Ну, может быть, все может быть, да, на самом деле. И заработали 4 ПТСика себе в копилочку, и тем самым уже зона, ты посмотри, уже начинает свое движение, четвертая зона. Хотелось бы посмотреть на карту сейчас в этой ситуации, ребят, лутаются здесь, все спокойно, ничего такого не происходит. Сенатор у нас тем временем берет дачу. Так, как раз я не фулл сквадом, X-Platform дает ног по ребятам из коллектива The Psycho, The... Danger Esports. Сразу же Сенатор заряжает гранату, пытаются раскидывают данный отрезок карты. У них есть два под холма. Тем временем очень сильно, по-моему, проседают по ХП как одна, так и другая команда. Тем временем еще и психа подняли. Сенатор дает справа фланг. Возит у нас вроде вылечился на третьем этаже. Сейчас как-то будут мстить за ног, который произошел. Также Фантом. По Фантому, по Сенатору очень много проходит урона. Сенатор сразу же лечится. Наверное, побежит поднимать Фантома. Сразу же дает спрей по Беловоду. Доза падает на коленки. Также и Титан падает от рук Сенатора. Сейчас в этой ситуации Беловод будет поднимать своих товарищей. Разогревает хаешку для Сенатора и того, кого он поднимает. Как раз таки Фантом. Немножечко неплохая хаешечка была, но не убила никого в этой ситуации. Но никто очень сильно покоцало. Там Сенатор опять на пол хп просил. Возит у нас уже отличился и прикрывает своих тиммейтов из Danger Esports. Недалеко, кстати, у нас появляется Gangster Squad, который, кстати, сзади проезжает мимо 17-го сквада. Да, интересно. Что же сейчас будет? Берлин у нас лежит с Дегтяревым за камнем и... смотрит на происходящее со стороны, как-то пока Азиз он не вязывается. Азиз получает как раз-таки от Белова до ног сейчас в этой ситуации. И видим то, что к 16-й команде сзади еще подтянулись ребята из коллектива под номером 18. Это как раз-таки Team Wild Power. Сейчас у нас на экранах появляется против X-Platform, который просто проезжает рядом. 6-я команда, Gangster Squad. Мы видим то, что они уже через смоки выходят. Прострел от X-Platform. Хороший как раз-таки дает. Остается на лоу хп. Да. Дает как раз-таки тот самый ног. Уже можно подходить поближе. Сейчас, по-моему, там была хаешка. Сразу же доедает одного. Второй остается. Ребята, нужно поддержать своего. Да, поддержали очень хорошо. Но почему-то сзади как раз-таки The Wild Power. Доза как раз-таки поймал и его. И Wild Power у нас как раз-таки скрысил, так сказать. Ил, буду так называть. Тем временем есть у нас псих, который на третьем этаже дает прострел по ТВПшникам. Очень много урона залетело. Они раскидывают дымы и будут пытаться как-то выживать. Но у них есть хороший лоу-граунд. Взорвали машину у ребят из коллектива The Warriors Power. Извините.
Team Wild Power. И сейчас ребята уже не смогут никуда отойти. Также Your Fatality присоединяется к этому зрелищному вообще событию. И, наверное, будут сзади подтягиваться тем временем ТВП Амир. Нокает Explode from Below. Сейчас в этой ситуации. Что же будет дальше? Четыре коллектива. Три коллектива сейчас у нас в таком треугольнике. Также и четвертый коллектив тусуется не очень-то и далеко. 8 команд у нас осталось на карте. А также 30 живых. Explode from на ротациях решает просто уйти через ребята из коллектива Your Fatality. Сейчас, возможно, будут зажимать. Как раз я одного из своих игроков они потеряли сейчас по дороге. Ой-ой-ой, очень опасная позиция. Прозидает. Сейчас возможность по Explode From очень Берлин, много прилетит. Берлин, Моки сейчас взорвали машину у ребят из коллектива. Как раз таки 16-й коллектив. Это Explode From потеряли машину. Также имеется 2 Нока и остальные все на лох ХП. Остается Сенатор в Ноке от Your Fatality сейчас в этом... А нет, от Snow Knight 13 в этой ситуации. Сейчас... Да, и сразу же Псих ротируется к Сенатору, закрывает машины и будет поднимать его, но собирает информацию Псих, что рашат они или нет. Начинает поднимать своего тиммейта. Тем временем Snow Knight закидывают очень много гранат на отрезок куста, где стоит УАЗик. Snow Knight очень близко приближается, заходит на Сенатора Психа. Псих. Сразу же нокается Макс у нас от Тора. Позит очень много урона наносит. Фантом тоже отправляется, но снова на 13, и Сенатор добивается полностью, и Психа тоже, к сожалению, добили, и только воздух сейчас остается на ногах, но ребята из 18-го, из 18-го коллектива Team Wild Power забирает как раз-таки последний, тот самый важный. ТВПшники также подключились, можно опять же сказать, забрали другой килл. Они помогли ребятам из коллектива Snow Knight 13, но сейчас будут их напрягать, потому что они все находятся за зоной. Нужно бежать в зону, беги, все, бросай своих товарищей. Слишком сильно увлеклись Snow Knight 13, сражаясь с Danger Esports тем временем. У нас только один представитель коллектива вышел из-под зоны, возможно, один будет выживший Рузи. От зоны погибает, ребята, из коллектива ТВП, также Snow Knight 13, естественно, само собой, ТВПшники также покидают нас, играя за зоны. Сейчас всего лишь один представитель от ТВП и один представитель из Snow Knight выжили как раз. Выжили именно. Доза у нас отличился уже за деревом, у него неплохая позиция, он будет выжидать, чтобы, так сказать, пройти в зону и как-то жить, заработать себе долгожданный плейсмент, хотя бы топ-3, нужно как-то дожать. Тем временем у нас показано экранах Your Fatality Такаши, который наблюдает за слева зданиями, что происходит. Там не торопится, потому что и нет смысла. У них нет никакого сейва от этих зданий. Им нужно будет чуть позже выходить, сразу же сражаться за маленький участок зоны. Что же сейчас произойдет? Звери у нас остались вдвоем. Это коллектив Elite Warriors, который у нас втроем. Фантастик, Исы и Салим. Тут своих соперников звери, которые находятся на втором этаже. Начинается у нас движение по зданию. Тем временем Рока дает спрей по Your Fatality. Your Fatality уходит сразу же вниз. Лечится в дым. Роко. Хороший шанс был, но не дожал. Тем временем дает второй очередной спрей по Your Fatality. Но со зверями, почему они не могут... Сота, да? Как-то он не смог его нокнуть. Сразу же идет ответная хаешка. Возможно, сейчас будет нок. Да, Your Fatality дает. Басота нокает Роко. Тем временем Мухаммад у нас сейчас будет поднимать своего тиммейта. Иса ждет выход под дымы. И Elite Warriors как-то занимает намного более прибыльнее для себя позицию. Справа у нас Your Fatality в лоу-граунде и недалеко. Так, звери на крыше, которая сейчас находится. 6 убийств мы видим и есть у команд. Ислам падает на колени сейчас в этой ситуации. Your Fatality, опрокинув хаешку, отправили. Они, по-моему, вообще сейчас очень много кого там закрыли, да, из зверей. Да, да. И сразу же еще и по Салиму дали ног. Your Fatality у нас рашит. Исо дает ответный фраг по Такаши. Сразу же добирает его. Копсу у нас в лоу-граунде. Басота выходит и нокает. Фантастика сразу же его доедает. Само собой. Салим на втором этаже у нас до сих пор нокнутый. Иса очень маленький ХП. Очень, да, на лоу ХП. Нет никаких аптек сейчас у него. И даже бустов нет. Он пытается как-то залутать своего. По-моему, у нас добычу. Представитель 10-й команды. Это Доза, разве? До сих пор живет и как-то в стороне. Да, Доза. Вот сейчас они столкнулись с ребятами из коллектива Your Fatality. Нокает его Snow Knight 13. Это Snow Knight 13, а не Доза. Да. Все верно. Да, уж очень обидно было. Он, видимо, как-то искал новое себе место и Копсел его нашел только уже на коленках. Тем временем Басота у нас лечится за зоной, пытается выйти. Сейчас будет в позднем тайминге ловить Исо.
видит проходящего, дает да, спрей. Да, хороший спрей дал как раз. Но последний представитель из коллектива Snow Knight 13 побеждает в этой схватке. Первое место, ребята, молодцы. На втором месте Your Fatality и на третьем Elite Warriors. Да, ребята, вот так все и случилось. Как все поменялось. Да, Snow Knight 13 очень сильно жили. По-моему, этот чел один на отрезке последних двух зон просто как-то пытался, выживал, да, и тем да. самым добыл топ-1 стратегической позиции. Совсем чуть-чуть ему осталось, и он набрался терпения, выждал ребят, когда он знал, то, что ребята пойдут к нему, так как зона уже была ближе у него, занял ключевую позицию и просто сделал сразу несколько киллов. Когда честно, уже ребята стали один сказать, на один. Тут больше сглупили именно Your Fatality, которые вышли на левый участок зоны ближе к зданию. Им надо было как-то под дымы занять зону или да. какое-то дерево. То же самое, хотя бы втроем из Snow Knight человека выбить. И сразу же у них просто 100% вин был, потому что там один Иса. И та Иса, который был за траком, муляжом, да, а Салим был нокнутый на втором этаже. Нужно было именно двигать больше в правую сторону, больше в open field, раскидывая смоки, да, и занимая места. Ну, хотя бы без смоков, но рискнуть, потому что они пошли в упор и потеряли себя. Иса нокнул, потом Басота нокнул, и у них пошел такой размен несправедливый. Да, все верно на самом деле. И вот у нас и закончилась первая половина для команды, для группы A. Как раз таки сегодня у нас шестая карта по счету и вторая для группы A как раз таки. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв и скоро вернемся для того, чтобы вам осветить опять-таки еще одну карту Мирамара, а затем Эрангеля. Ребята, наливайте самый вкусный чай, готовьтесь, скоро мы вернемся.
снова здравствуйте. Также у нас в студии собрались мы, Рустам Авдони и Кирилл, также известный как Терри. И снова, как говорится... Привет! Однозначно привет и никак иначе. Всем добрый вечер. Приветствуем вас на трансляции. Половина группы А прошла. У нас сейчас будет заключительные две карты Мирамар и Рангель. Ну что ж, по именно результатам всех карт могу сказать, сейчас разве что, по-моему, лидирует у нас Danger и Sports, которые заняли два топа. Но неожиданно на последней карте у нас Snow Knight 13 берут да, топ-1. Да, поэтому накал страстей возрастает. Кто же будет биться за топ-4, топ-3, я даже не знаю. В любом случае, обязательно следите за телеграм-каналами, и там будут вывешиваться все данные результаты этой группы. Да, после сегодняшнего дня как раз-таки все подсчеты отправятся для того, чтобы для проверки, своей местной такой проверки. И не мы уже будем оглашать именно, кто выбивается из двух как раз-таки полуфиналистических групп, да, а уже вы узнаете у нас в телеграм-канале. Или же вы можете найти нас в инстаграме, там есть имеется ссылочка, по которой вы можете перейти в телеграм-канал, чтобы посмотреть всю информацию, да. Однозначно. Ну, если вдруг, конечно же, нам предоставить информацию о том, что мы озвучили, мы обязательно вам озвучим. Тем временем у нас начинается Мирамар. Нижний верхний самолет у нас недалеко от Пуэрто-Параиса будет лететь в сторону Торе Ахумада. Сейчас сквады уже готовы выпрыгивать с самолета. Ну что ж, интересно на самом-то деле будет понаблюдать за данными баталиями на данной карте. Тем временем у нас уже гангстер-сквад падает в сторону Пуэрто-Параиса. Как-то они меняют немножко дислокацию данного разлета. Danger Esports, Сенатор и его команда летят в сторону Чумацера лутать кемпаунды. Но, тем временем, я еще вижу, недалеко от них летят лапары. Как-то они чуть выше. Видимо, возможно, они будут брать транспорт и занимать какие-то участки карты в виде Монтуну и Ева. Звери у нас с TPF падают над Пикадо. Как-то будут, возможно, разлетаться. Кто же у нас будет на Хасиенда дель Патроне? Возможно, это, кстати, будут Лармес де Уиски. Он ляп у нас летят в сторону Джанки Ярда. Возможно, они как-то будут занимать тот же самый Эль Захар. ТВПшники, те же самые Team Wild Power у нас летят в сторону Сан-Мартина. Как я думаю, они, возможно, одни будут на данном пе. И у нас Пикадо, и мы видим, занимает звери. Да, очень такое... Дерзкое решение. Решение, ну, как бы звери, они особо, да, супер сильно, как бы пока что не получилось отыграть, но занимает столь храбрый спот. Не, ну я бы сказал, именно в групповых этапах звери показали себя очень-очень даже хорошо, но именно на полуфинале, и мы видим то, что Export From сейчас сталкивается с ребятами из коллектива Snow Knight 13, которые в прошлой карте у нас получили первое место. Посмотрим, что вообще там происходит. Также у нас Лапар недалеко от Danger Esports, возможно, смотрите, у них сейчас будет файт за звание, так сказать... лучшего в группе, может быть даже так. Берлин тем временем у нас представитель 16-й команды Explode From. Уже потеряли Кейзару сейчас. Киразу. Они где-то потеряли Киразу, видимо, на карте, пока у нас все показывал, видит. Берлин у нас представитель команды Snow Knight. Дал спрей, но пока что не попал, отходит назад. Тем временем у нас Рузи. Как-то лег у двери. Прикольный у него такой прикид, да? Алмазный, блестяшка. И еще и причесон в виде, не знаю, какого-то спартанца. Да-да-да, так оно и есть. Обтягивающий скин. Да, прикольные скины в PUBG Mobile. Мне нравится, они делают. Тем временем у нас Рузи уже нашел топ-эмку. Киллов мало, всего 10 бандажей. Без шлема, со второй броней. Как-то пытается сократить дистанцию к своим тиммейтам. И... Буги у нас уже нокает Абу из Империал Скрилл, дает также ребят, обратный для молодого. Сейчас вот из-за молодого сразу убирает из коллектива Only Up, и они остаются уже втроем, как минимум. Сейчас Берлин тем временем видит перебежку ребят из коллектива Snow Knight, и
конечно же, прострел не очень-то и хороший, но он оно примерно уже знает. Есть информация про расположение врагов и как они уже будут действовать. Тем временем, посмотри, 10-я команда Snow Knight растянулись 2 на 2 сейчас в этой ситуации. Only Боги у нас в килл-чате также покидает нас, добивает его, и ребята из коллектива Only уже остаются вдвоем. Да, Exploit From сейчас у нас в Impale будут сражаться с Snow Knight 13 за звание, так сказать, лучшего кемпа в Impale. Да. Ну, посмотрим, как оно будет. Ravier у нас вообще почти без лута, бегает с Томпсоном, 5 бинтов. Но, по-моему, он сейчас уже видит, да, данные аптечки. Будет что-то посерьезнее в виде гана находить, но уже нашел калаш. Собирает его и идет на второй этаж досматривать, что же там еще вкусненького осталось. И тем временем они еще и просматривают отрезок половины импалы. Пытаются засечь команду Snow Knight, представитель команды номер 10. Ну, посмотрим, что будет с зоной. И там уже будет ясно, и коллективы смогут более-менее быстро занять для себя удобные места. Да, Макс и Торо тем временем заняли трехэтажный магазин, так называется здание, которое кирпично перед как раз-таки ребятами из коллектива Export From, да. Видим, пока что, ну, ничего не идет. У нас пока что на втором этаже Amo Snake Follow Me. Пытаются бодаться головой друг об друга. Но все пока что без динамики. Но, я думаю, они сейчас уже будут брать автобусы и как-то уезжать отсюда. Хотя, у них еще есть боковые дома, где можно пролутаться, долутать, так сказать, какой-то пакет гранат, аптечек, пинтов. Канистр, может быть. Канистр, обязательно, на Мирамаре очень длинные дистанции поездки, тем более, да. Если брать, например, ту же самую Мираду и мотоциклы, они слишком очень много жрут бензина. Так что... Да. Торо. Ну, знаешь, я никогда не видел, чтобы на мотоцикле заканчивался бензин в PUBG Mobile. Да? Да. Но в компьютерном PUBG он очень быстро кончился. Ой. Ну, тут у нас как бы другие правила, другой мир. Вроде бы один и тот же, но другой. Видим то, что Snow Knight 13 сейчас один из представителей получил небольшой дэмэдж, по-моему, это из-за того, что он выпрыгнул из высокого здания. Франклин, видимо, лишил полетать с четвертого этажа, но Ravier также, кстати, получил немного урона, и вряд ли это было попадание по нему. В общем, пока что у нас идет паркур. И еще недалеко красная зона. Достает маленький участок импалы. Как да. Раз-таки они все туда и стремятся. Да. Может, это байт на то, чтобы все взорвать? Может быть. Не исключено, конечно же. Но ребята не будут выходить. И красная зона уже сразу же уходит. Да, очень много у нас в чате болельщиков Danger и Sport. Это очень приятно, что у данной аудитории есть твоя любимая команда. Возможно, даже любимый стрим. Потому что, насколько я слышал, Натор у нас довольно-таки популярный стрим. Да, так оно и есть. Посмотрим, как оно будет дальше. Danger eSports. Кстати, у нас в киллфиде Кадич нокает одного представителя Фантастик. Elite Warriors. Где-то они уже пересекли. И сразу же добились, посмотри. Не оставили в живых, не дали никакого шанса. Но это профессиональная сцена, уже будем считать так. И да. Тут нельзя отдавать килл, если вдруг он у тебя на виду. Тем временем Кадич у нас как-то из Маурон был более даже полутать своего соперника, которого он бил, да, не боясь принципе того, что его сейчас могут поджать коллектив на 8. Ну, есть была информация по расположению ребят из коллектива Elite Warriors. Сейчас это руины, да, если я не ошибаюсь. Новая как раз-таки локация после обновления Мирамар. У нас как бы появилось это место такое. Да, видим, лежит SLR и миник. Выбор очевиден, да. Конечно, однозначно. КС, конечно, хоть и сильный ган, но... SLR, я имел в виду. А, SLR. Да. Ну, SLR это топчик, я согласен. Но... Кому как удобнее, кому не. Напишите свой самый любимый ган, именно ДМРок или же из полуавтоматических винтовок. Что именно, какой ваш любимый сет? Как раз таки мой сет, самый любимый, это М416 и ДБС. Я думаю, вообще одна из самых топовых
титанов в данной игре это топ МК. Самая топовая, да. На близкие, на средние, на самые дальние дистанции у нее, везде покрывает. У нее интервал спрея очень неплохой. Можно даже зажимать по средним, дальним дистанциям. Да, да. Поэтому ее очень легко контролировать в сравнении с тем же, например, Перилом, который просто откидывает направо-налево. Без ручки, как да, будто ты, как будто ты пьяный стреляешь. Видел я одно видео, какое-то стримило, я забыл, наверное, люди вспомнят про него. Он такой, смотрите, сейчас покажу вам зажим Перила без рукоятки. Он стреляет, разносит, он говорит, забудьте то, что существует Перил без больше рукоятки. Больше не буду показывать, да? Да, прикольно. Не раз, конечно, были данные нарезочки на Ютубе. Тем временем Маверон, она сейчас в руинах, очень сильно, по-моему, отстают от зоны. Но они будут долутывать, потому что, по-моему, у них даже все транспорты стырили. Да, да, ребята остались без транспорта и, наверное, будут сейчас посмотреть. Не так уж и далеко им придется, всего лишь 600 метров их отделяет от безопасной зоны. И сейчас уже надо двигаться, потому что пойдет уже скоро вторая зона. И Экстази у нас появляется на экранах из коллектива Larmus de Whiskey. Сейчас занимает более-менее скромненькие кемпы, которые тоже находятся в лоу-граунде. Спенсер, Утика и его команда сейчас недалеко от Water Treatment лутают мини-дома, садятся в джипончик и будут как-то дальше ротироваться. У них уже, в принципе, по эквипменту более-менее много, достаточно лута. У нас шифт-зоны более центровой, ближе к Сан-Мартино. Недалеко от Грейфьярда сейчас лежит на дороге дроп, который никто не лутал, но, по-моему, представители 18-й команды Team Wild Power сейчас видят данный дроп, и, возможно, что-то придумают и возьмут его. Тем временем команда Danger Esports у нас сейчас подъезжает к Монте-Нуево и как-то будут занимать, наверное, край зоны. Team Powerful у нас расположились на левом отрезке карты, выходя из Эль Поцци, и будут занимать ближе расположение к пауэрбиду. Вот тот самый ТВПшник встает, который видит дроп, говорит информацию про него, но они как-то не стремятся его забирать, будут дальше брать ближе к зоне, берут вторую мираду, чтобы быть более безопасными. Даже одного нокнут, то есть второй есть за рулем опаски. Да, само собой. На двух тачках перемещаться намного лучше, удобнее и безопаснее, да. На четырех еще лучше. Забирает своих сейчас тиммейтов, ребята из коллектива The Wild Power. Почему-то первая буква T, я думаю, это The, а не Team. Но мы, например, в первом отрезке группового дня группы А тоже немножечко путались с The Powerful Team, и ТВП это Wild Power. Да. И было очень много недовольства было с командой Team Wild Power. Ну что ж поделать, вы же тоже не понимаете, насколько бывает тяжело правильно, пока ты не запомнишь команды, выговаривать теги. Тем более уж они где-то немного похожи. Only up. У нас криптон на экране в минус Алис, если не ошибаюсь, просматривают у нас сторону фарма. Не фарма, а вот посетить во враге. Там еще разбитый самолет. Как назывался данный кемп? Как раз таки кратер, если я не кратер. Ошибаюсь, да? Ну, кратер это северный, сверху северный, от да. Эль Поцци. Ага. Ну, не суть на самом-то деле. Сейчас все покажет зона, как расположится у нас участники команды. Но хочу подметить, что Мирамар... Два дропа прям рядышком упали. И при этом никто из них его не лутал. Я думаю, какой-то сквад просто нарвется и будет радоваться данному АВМ луту. АВМ и МК-14 на двух дропах лежит, плюс... МК-14 очень жесткий ган. Особенно, я уверен, для PUBG Mobile он должен быть, наверное, сильным. Но даже не знаю. Сейчас пока более-менее пассивный гейминг у нас идет. А ограничение игровой области только что пошло, поэтому мы ждем зону. Ждем третьего шифта. Будем наблюдать, как будут обстоять дела. Да, нам показывают сейчас ребят из коллектива Only Up, которые в начале успели потерять двоих своих игроков. Это Молодого и Боги сейчас нет с нами, но есть другие ребята. The Powerful, ребята из коллектива, это Джек, Бех, Назимов и Сэм у нас лутает Эльпозу спокойно, рядом никого нету, имеется машина для ротации, это уже хорошо.
Да, они довольно-таки сейчас очень много лута найдут и более свободно будут перемещаться. Они, ты даже можешь заметить, что они оружие в руки берут, они точно знают и уверены, что рядом никого не было и вряд ли будет. Вот обычно, когда shift зоны сдвигается, ты в город заезжаешь? Нет, обычно. Нет, потому что ты боишься, что там уже все занято. Хотя это огромная ошибка, потому что на сценах... Только что тебя осветило, да, так сказать? Ну, так... А силу... можно же было вот так, да? В силу турниров, ты, когда наигрываешь, ты понимаешь, что представители, те, кто играет на турнирах, они вряд ли так долго будут сидеть. И они где-то уже ротируют. Поэтому... Да и тем более, были бы слышны как минимум какие-то выстрелы, тем временем у нас уже Imperial замечает сквад, Gangster сквад, который занимает города, если подстрел так, очень большой урон у нас залетает по Азизу, взрывается хорош, машина. Хорош, Азиз сейчас взрывается, и скрилл, да, у нас. Danger также получил очень много урона, сейчас он будет как-то сейвиться, у нас представители Imperial пошли в раш, пошли на другую сторону горы, чтобы как-то закрыть у нас Gangster сквад. Денджер у нас лежит под горящей машиной, возможно, они могут и эту машину взорвать, и он также откинется. Тем временем у нас Скрилл дает спрей по сейчас, представителю. Сейчас, и очень-очень на лохопе остается представители шестой команды. Это как раз Gangster Squad у нас против Imperial. Сейчас встречается 4 против троих. Внизу лежит как раз-таки на лоу-граунде находится братик. Сейчас принимает как раз-таки Скрилл, который выходит в open field и поплатился за это. Но нет, ребятки, тут же сразу товарищи прикрывают своего игрока. И братик у нас ложится как раз-таки на коленки. Джасур поднялся. Захилился, но опять остается на лоу хп, надо пополнять свою шкалу здоровья, и также у ребят из коллектива Imperial имеется два нога, это Скрилл и Джамба сейчас в боевом состоянии. Imperial изначально были в преимуществе, но теперь они теряют двух игроков, как-то больно сильно они поторопились, тем временем Gangster Squad, у нас братик Ноки, его пока не поднимают, и Danger у нас с коряком пытался выцелить еще третьего представителя Imperial. Посмотрим, как данный файт будет происходить. Пока что раскидываются дымы и как-то будут проходить вниз, поднимать своего братика. Раскидывается дым и от Денджера на проход. Аки тем временем у нас давал прострел по Гасуру. Да. Но братик все-таки вряд ли выживет, потому что он за деревом. Если вдруг игрок команды Gangster Squad спустится его поднимать, наверняка это кончится очень плохим действием. Да, 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 все верно, все верно. Сейчас можно, в принципе, сделать какой-либо байт, чтобы один из как раз представителей, допустим, Аки сейчас побежал вниз поднимать Джаму, а как раз его именно друг мог бы сразу прикрыть, кто стреляет, естественно, само собой лучше. Братик покидает нас, также за ним и Джама тоже. Ребята разменялись именно немножечко неравноценно. Успели Скрилла поднять. Посмотри, ребята, коллектива Imperial сейчас втроем играют, и Gangster Squad дают прострел по ребятам из коллектива Imperial, и уже еще один очередной ног, тут же сразу же надо поднимать своего товарища, но до зоны есть еще больше, точнее, чуть меньше, чем полкилометра, и рядом увидели, ребят, из коллектива Aurora, если не ошибаюсь, которые сротировались в сторону зоны. Зона уже у нас поджала два сквада, Gangster Squad, Danger у нас с очень плохим прицелом на коряке, как-то пытается отстреливаться, но Danger и Jasur сейчас находятся не очень лучшей ситуации, они откидывают дымы, чтобы, видимо, взять автобус или же какой-то транспорт, как-то пройти в зону. Они понимают, что им просто нужно бежать на двоечках, чтобы, так сказать, тапки дымели и пыль поднималась вверх. Занимать, хоть как-то добежать. Потому что одна аптека в инвентаре, два бинта и один энергетик — это точно не дела. Джасура, конечно, эквипмент пока что непонятен. Тем временем The Wild, Team Wild Power встречается с ребятами из коллектива Snow Knight 13. Только что в киллфиде видели как раз-таки их обозначение. Да, возможно, нам попозже покажут. Кстати, у нас уже нашел представитель команды Gangster Squad Transport на баге. Спокойно забирает своего тиммейта Джасура и едут они в зону. У нас шифт в нижнюю карту зоны. У нас... Лопар сейчас посередине, но при этом они не в кемпе, они как-то у дороги в центре бегают, как бы их не запалили и не расстреляли. Команда номер 15 ротируется у нас в верхний отрезок кемпов.
Сейчас будет очень большое занятие левой горы, где у нас находится Danger Esports, Сенатор и его друзья. Сейчас на Гаугору будут занимать и расстреливать всех тех, кто опаздывает. Snow Knight 13 Рузи у нас сейчас лежит за кустиком недалеко от дымящейся машины Крипа. Недалеко представители команды номер 13. Аурора тем временем дает ног по представителю коллектива Imperial. Сейчас, возможно, где-то еще со стороны именно 13-й команды тоже идет какой-то файт. Они именно заметили, кстати, Рузи. Сейчас дали прострел по данному кусту. Рузи спускается чуть ниже. Возможно, сейчас как-то из-под машины его достанут. Тем временем Snow Knight Фрэнкли у нас на горе. Чуть правее пытается помочь своему тиммейту, который лежит под машиной. Показывает у нас Danger Esports Was It, который не, они вместе просто забираются на гору, пытаются занять самую верхушку, чтобы просто, так сказать, не отдавать шанса тем и расстреливать всех подряд. У них ноль убийств на сквад, они как-то более пассивненько лутались, не выбивали многих команд на данной карте. 56 человек живых. Как раз таки. Да, Explode From встречается с ребятами из коллектива Only. Солдат у нас покидает. Остается, по всей видимости, это всего лишь один представитель из коллектива Only Up. И Лопар также получает от коллектива Your Fatality. Your Fatality также закрывает и проблема, и ответный ног получает Your Fatality. Но, ребята, там война за кем пошла, и еще подключается ТВП-шники. По всей видимости, Your Fatality сейчас закрывает полностью, ребята, из коллектива Your Fatality. Не, Аврора, не, что, Аврора у нас втроем на одной машине преследует. Баги дают спрей из Берила по команде Gangster Squad, которая только что справа остановились. У будки дается спрей. Едут на них прям, проезжают мимо, вылазят все втроем. Уже ног идет по представителю команды Аврора. И ног полностью Аврору, ребята, закрывает вдвоем. Это было очень-очень даже классно. Gangster Squad их просто забайтили и разобрали. Да, посмотри, Лапартим остался один против двоих из коллектива Your Fatality. А греется хаешка в сторону как раз-таки куда? Извините. На правую будку. Будем, да, так сказать, называть своими именами. Лопар вообще изначально заняли кем? Полным сквадом, если я не ошибаюсь. И при этом уже потеряли трех игроков. Да. Что тут-то произошло, непонятно. Но, я так понимаю, Your Fatality очень сильно подпортили им игру. Игровая зона у нас убивает Абу из Imperial и Салима из команды Elite Warriors. Тем временем Мафия, Зверь. Двери уже нокают. Да, и Империя также умирает за зоны, к сожалению. Ларом из The Whiskey у нас закрывают Peaky Blinders. Игровая зона тоже, так сказать, портит игру. Тем же самым Peaky Blinders у нас война за зону и за зоной. Поэтому сейчас нам показывают лишь одного представителя Лапар 3, который выжил в данном кемпе и остался один. Будет тащить, так сказать, свою команду по поинтам. Да, сейчас очень близко находятся ребята из коллектива Your Fatality и Лопар. Также идет файт местный как раз-таки между ребятами из коллектива Alarm is the Whiskey и Gangster Squad. Gangster Squad как раз-таки остается один из последних представителей. Они живут. Мне как-то показалось, что кто-то именно умер на северной части. Нет, там, возможно, если и умерли, то сразу подняли. Тем временем на левой нижней карте у нас были The Powerful и команда Danger Esports. Они видели друг друга, даже был, по-моему, какой-то прострел и файт. Но хочу подметить, что сейчас им как-то нужно будет спускаться вниз и выживать. Ты посмотри, какой костюм у Чихи, ты видел? Горящие ноги, такие светящиеся. Тем временем они решаются подойти к ребятам из коллектива Лопат, терять небольшое хп здесь сейчас. Байт был сейчас как раз-таки на дроп, который... Посмертный дроп, да, так сказать. Тем временем у нас Gifted закидывает гранату в двухэтажку к Alarm is the Whiskey. Очень большой шанс был нокнуть, но не удалось. Граната взорвалась, да, видимо, ящиком, который стоит посередине здания. Закидывает ихнюю мираду гранатой. Возможно, сейчас будет какой-то рикошет, и машина взорвется, и кто-то выйдет, тайминг умрет. Но, как я видел, этого не произошло. Тем временем у нас нок от Фантома. Danger Esports по экстази, да? Экстази уже был в ноке как раз таки. Как только они подъехали, Your Fatality сразу же зажали их. Алиев у нас на экранах на первом этаже пытается зажать тех самых Alarm is the Whiskey, которые заняли одно маленькое здание втроем. И они сейчас будут как-то выкручиваться. Одна хаешка внутрь просто попалась. Посмотри, что произойдет. Ой-ой-ой-ой. На половинах хп оставляет. Неплохо, но он тем временем замерзает вторую. И возможно сейчас уже будет ног.
Да, 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 Экстази уже должен как раз таки попасть. Да, попадает Экстази под хаешку сейчас. И Your Fatality сейчас дал хороший как раз таки ног гранаты. Ты посмотри, как у Чиха закидывает гранаты. Просто пол тела высовывает и закидывает на лоха погибшего достается из коллектива Your Fatality. Также Алиев Ноки. Сейчас нужно понимать своего товарища. Тем временем локальная битва между Larmus the Whiskey и Snow Knight 13. Очень сильно Вазелин у нас остается на малом количестве хп. Надо восстанавливать свое здоровье. И у Чиха сейчас на поддержке. Но также имеется два нока у Экстази и Спенсер. Сейчас и хороший спрей от представителя Вазелина. Сразу же его кидает в размен Франклин. Тем временем наверняка они сейчас поднимут своего тиммейта, а вот что будет делать Франклин, вряд ли он сейчас останется в живых. У нас ограничение игровой области, и у нас просто сейчас будет мясо за зоной. У Чиха у нас погибает от того самого Франклина. И Ифтед сейчас остается, по всей видимости, на перехил, да, да, из Your Fatality, ребята, из Your Fatality, остается на перехил, тем временем The Powerful на Сэм нокается, Джек прикрывает своего товарища, тем временем 16-я команда, это Exploit From у нас остается на хайграунде, и сейчас один из представителей, который находится сейчас в зоне, будет защищать, прикрывать своих товарищей, конечно же, их уже не спасти, но можно доза спасти. Доза дает спрей у нас по представителю команды номер 7, который спускается с горы, это The Powerful. Доза остается со своим тиммейтом Тимур, который, ну, у них неплохая позиция, они сейчас в лоу-граунде, но их сейчас уже будет скоро давить зона. Ты посмотри, Берлин выжил и занял как раз-таки один сейчас маленькую, одну маленькую будку. Которая, по-моему, находится в зоне. Да, да, он единственный. Возможно, который... он сейчас будет именно, так сказать, постарается взять топ-2, если вдруг его не прочекают первым. Да, да, но если получится так, то что ребята из коллектива ТВП и The Powerful будут размениваться как раз-таки игроками, Берлин может выйти и забрать всех. Да, именно показал свое местоположение, сразу же хаешка залетела к нему, ребята отходят, чтобы их тоже случаем не задело, и взрыв. Берлин еще и нокает кого-то, Берлин нокает у нас Беку. И тем временем, по-моему, сразу же погибает. Да, The Powerful остается против ребят из коллектива Team Wild Power, которые остались вдвоем. 2-3. 2-3, извините, 2-3 у нас будет сейчас файт. При этом у нас поднимает Беку. Посмотрим, как справятся ли у нас ТВПшники. Джек тем временем заряжает гранату, но как-то в левую сторону. К сожалению, там ТВПшников нету. Вряд ли пройдет какой-либо урон. Джек, ну, я больше бы сказал, сейчас преимущество The Powerful не из-за того, что их трое, а из-за того, что у них есть будка. Да, на самом деле. И сейчас есть будка, есть прикрытие. Да, есть прикрытие. И сейчас, когда будет центровая зона и все побегут в центр, если вдруг нету смоков, они очень легко закроют ТВПшников. Да, да, все верно. Смотри, расположились очень-очень далеко друг от друга, с двух сторон, чтобы сделать такое, чтобы ребята отвлеклись из-за того, что будет справа, они сделают спрей и не заметят, как слева как раз-таки... Ну, если только оба стрелка очень хорошие, поэтому если только так фланговать. Но, тем временем, да, они так и поступают, доза чуть-чуть правее смещается, сейчас будет откидывать смок на дорогу в тайминг, лишь бы пройти как-то через дорогу в сторону Джека, но... Он не знает то, что еще там, то, что там расположилось. The Powerful, мне кажется, просто понимает, что сейчас происходит. Кстати, вот сейчас, если дать именно ног по ребятам из коллектива The Warrior Team Wild Power, уже не смогут никак уже спасти своего товарища, потому что зона двигается. Хочу подметить, у нас данные представители из этих команд, которые сейчас остались, никто не брал топ-1. Так что, возможно, сейчас как бы, это 100%, кто-то из них обязательно возьмет данный поинт. Тимур сейчас прострел по Беке, очень хорошо сразу же разменивается, и Дота выходит в open field, сразу же видит одного, но. Это победа The Powerful. The Powerful, да, занимает первое место. Ничего страшного, Team Wild Power, они на втором месте. Exploit From, как мы видели, да, на самом деле... Ну что ж, у нас уже, получается, отыгралось в группе А 7 карт. Могу озвучить тех, кто взял Winner-Winner Chicken Dinner. Это Лапар, Your Fatality, Peaky Blinders, Danger eSports взяли 2 топа. И Sneaky, Snow Knight, Snow Knight 13 взяли. И в данный момент взяли у нас The Powerful топ-1. Посмотрим, что нам даст последняя карта. Но... Что я могу сказать, это то, что да, Danger eSports хорошая команда,
Но они немножечко на релаксе, они как-то уже не гонятся. Да, они просто берут какие-то топовые места. Возможно, где-то не везет. Но держатся стабильно, да? Да, держатся стабильно. И я думаю, все-таки, да, они фавориты данной группы. Но результаты покажут за себя. И результаты будут после групповой стадии в телеграм-каналах. Так что мы сейчас ненадолго прервемся к последней карте. Да, подготовимся к последней карте. Это у нас будет Эрангель для группы A. И мы скоро узнаем, тоже будет именно играть в финале вместе с остальными как раз-таки коллективами. Ребят, не переключайтесь, наливайте самый вкусный чай, а мы скоро вернемся.
что ж, добрый вечер всем, кто на трансляции. Приветствую вас на последнем заключающем матче группы А. Я даже не знаю, что сейчас может произойти, но смотря на статистику, которая числится у наших кастеров, будет, я думаю, интрига в этой группе. Топ-8 коллективов выйдут в финальную стадию. У нас почти, да, несколько команд уже получили по топу, некоторые даже по два. Это как раз, Danger Esports. Некоторые, те, кто вчера вот отстали, они уже догоняют. Поэтому, ребята, соберитесь, у вас последний шанс. Возможно, сейчас действительно решается судьба восьмого коллектива. Не буду их называть, их около 3-4. Поэтому соберите волю в кулак и покажите на все, что вы способны. Да, все верно. Как раз таки более сбалансированная группа А, вот как раз таки на полуфинале оказалась, которая все игроки, все команды играют очень-очень даже хорошо. И вот как раз таки уже видим этот результат, то что почти все команды, именно половина из них уже занимает хорошие места, и скоро-скоро увидим шоу. Да, именно будет. Сейчас будет у нас Эрангель, как бы оно ни было, но... Хочу финалку на сосновке. Тоже хочется посмотреть именно битву на мосту. Вот это именно на ротациях, когда будут ловить ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Скоро уже тоже вот боком вижу то, что уже скоро начинается. Да, ребята готовятся. Хочу похвалить ребят из Team Powerful, которые собрались и взяли все-таки свой долгожданный топ-1. Казалось бы, было плохо, но нет, они выкрутились в данной ситуации. Хочу пожелать команде ТВП, Пере, вообще всем коллективам, кто не брал топ-1, ребята собрались в последнюю катку сейчас, просто вот всю энергию отдали. Да, краски ребята из коллектива Snow Knight, Your Fatality, Звери, а также ТВП и Export From, ребята, которые были хорошо показывали себя на отборочных этапах, и сейчас немножечко проседают, немножечко отстают, но сейчас есть именно возможность всем собраться хорошенько, ребят. Желаем всем успеха, а зрителям, конечно же, желаем хорошей игры. Приятного аппетита всем, кто сейчас, может быть, кушает что-то и смотрит нас параллельно. Пользуясь случаем, передаю привет всей своей семье. Здравствуйте. Мама, я в телевизоре. Мама, я по Ютубу. Да, на самом деле это все шутки. Сейчас ждем самолет. Как ты думаешь, насколько все-таки у нас будет жаркий финал? Именно это ты имеешь в виду? Или же... Вот финал. Сейчас пока идут полуфиналы, все-таки последняя катка, он закончится. Но вот именно все представители по 8 команд, которые выйдут из этих двух групп, как ты думаешь, насколько динамика... поменяется вот в финале. Поменяется в два раза динамика, я бы так сказал. Более аккуратнее все будут, более расторопнее. Поначалу, само собой, все будут аккуратны. Никто не будет показывать своих козырей поначалу. Это естественно, потому что это киберспортивная дисциплина. По сути, показывает именно то, что нужно именно так действовать, чтобы понимать, как играют враги, и подстроиться уже на следующие матчи. Да, да. Думаю, вот как раз-таки второй день финала будет намного горячее, чем первый. Тем временем у нас самолет полетел с левой стороны по правую, недалеко от Квери, и тем он будет кончаться около Новорепного. Верхний отрезок карты, я думаю, жаркий Сталбер, северный, возможно, верхний Георгополь, он будет пустой. И посмотрим первый шифт. Пока что у нас разлетаются игроки. Пики Блайндерс, опять же, самые первые выпрыгивают, что-то готово. Видимо, летят в сторону Георгополя нижнего. И, видимо, все будут занимать госпиталь и потихоньку будут переходить на нижний Джорджиполь и занимать места. Да, это была открытая школа. Вы уж простите за звуки. Это не Шептун, однозначно. Мы тоже пить хотим иногда. Горло пересыхает. Пытаемся как-то уже... До конца, тоже из своих сил, выжимаем все соки. Самое главное, чтобы вам было приятнее на трансляции.
Да, видим то, что 14-я команда Мавирон сейчас забирает краски Приморск. И видим то, что, оказывается, Пики Блайндерс не одни. Это с ними летят также ребята из коллектива The Powerful, которые стали фаворитами на прошлой именно катке сейчас. И посмотрите на починки, сколько коллективов там. Лично я там вижу только Explode From и Звери, которые там находятся. По всей видимости, ребята решили попрыгать по всем жарким местам. Также не остается исключением Сосновка и Новорепный. И Shift зоны левый верхний угол позвонит только на это. Да, это возможно будет и на других мостах схватки. Ой, будет сегодня жаркий жарко. Конец. Да, Explode From, Danger Esports, а также Звери сейчас на починках находятся. Также Only Up и ребята из коллектива под номером 10, это Snow Knight, также располагается на Сосновке. Прямо рядом еще тусуются ребята из 13-го коллектива, это Аврора. Тем временем у нас показывают коллектив 20, Only Up молодой, берет топовую эмку. Наверняка сейчас он слышит в левом здании Snow Knight, передвижение на втором этаже. Показывают перемычку, Only Up, Криптон у нас уже готов к бою, разве что без одежды. Уже имеется один нок у ребят из коллектива Snow Knight, по всей видимости, Only Up хорошо поработали над ними. И нужно, да, сразу же Макса подняли, Макс на ногах, готов, уже сейчас нужно хилиться и как раз таки принимать раш от ребят из коллектива Only Up. Рузи у нас вместе со своим тиммейтом сейчас выходит с казармы, будут занимать дальний отрезок казармы, где уже находятся два представителя Snow Knight 12, чтобы сгруппироваться и дальше решить, что же они будут делать и как действовать. Да, ребята решили отдать вторую общагу, сделав тем самым небольшой такой пробел, и расположились на первой общаге, а на третью общагу заняли ребята из коллектива Only Up. Представители команды номер 13 совсем недалеко уже подходят перемычки и будут ввязываться в данный файт между командами 20-10. Возможно, сейчас у нас будет тройное мясо. Представители Авроры уже решили пойти, так сказать, в all-in и будут ой, посмотри, как же сейчас мешать. Больно будет ребятам из коллектива Snow Knight 13. Ребята, Криптон ловит одного. Ну почему? Почему? Все, видимо, рукоятка сыграла свою роль, которой нету сейчас у... Очень много представителей Snow Knight 13 теряют хелспоинта. Тем временем только один игрок Snow Knight Тора находится под дорогой, а остальные тиммейты, три человека, уже поднялись. Тем временем у нас молодой нокает Тора. Криптон тоже немало урона внес ему, но молодой успел его добрать. Слышит информацию по задним челикам из Авроры, которые бегут по второму этажу рашить команду номер 20. Вмешиваются, так сказать, данный файт. Прострел по Максу от Криптона. Макс уходит лоу-граунд, сзади прилетает по Криптону. Немало урона через окна от 13-й команды. Да, нужно было закрывать двери в этой ситуации, чтобы не было видно. Сейчас мы видим то, что Макс также находится в ноке у коллектива Snow Knight 13. И это было самое плохое решение — уйти как раз в open field. Нужно было стоять на месте, нужно было принимать хоть с какими-никакими именно оружием. Да, вот смотри, да, между прочим, сейчас посмотреть, коллектив Аврора под коротким клан-тегом LOL сейчас просто не боятся и идут, так сказать, просто в rush, в all-in. Они пытаются не бояться уже, так сказать, выпустить зверя наружу, чтобы сделать хоть что-то для прохода в финал. Тем временем у нас команда номер 13 сейчас фалангует по левой казарме. Будут по первому этажу передвигаться ближе к Only Up, который Буги уже, по-моему, на первом этаже недалеко будет мониторить. На втором у нас тоже передвижение. Да, Ду у нас проходит по левой стороне, ребят, чуть ближе. Стрелок и Панда уже в ноке. Да, Ду дает нок по представителю команды номер 20. Тимпл у нас на улице подбирает игрока. Панда. Да, уж очень жестко сейчас попали в передрягу Only Up. И я думаю, доминатор данной перестрелки — это Аврора, которая просто сейчас контролирует все, что можно. Поднимается на второй этаж, Даду дает ног по Криптону. И по Буги сразу же начинает рашить, добирает он своего тиммейта. Буги, но немножечко не хватило урона, заходит в левую комнату сразу. Четвертого представителя. Полностью закрыли, ё-моё. Вот тебе Аврора, которые встали и просто воспряли духом. Сейчас взяли 4 киллпоинта. Да, к сожалению, потеряли двух игроков. Но это же лучше то, что было до этого. Да. Аврора, ребят, давайте до конца просто.
Молодцы, молодцы, уже зарабатывают 4 киллпоинта себе в копилочку. И как раз таки снова на 13, которые успели убежать с как раз таки с нуля киллами. 2 человека, если я не ошибаюсь, да. И сейчас нам показывают уже верхний Джорджиполь, где расположились ребята из коллектива Peaky Blinders. И как раз таки этот The Powerful. Да, да, как раз таки они на том же месте, как что и было на прошлом Эрангеле. Точно такая же позиция. Почти точно такая же позиция. Но у них одна страта, поэтому они и пользуются. Тем временем, ребят, все те, кто на трансляции, обязательно прожмите все лайк. Это совсем не сложно. Поддержите наш узбекский киберспорт и трансляцию, чтобы она вышла в топы и намного больше народу привлекалось. Да, чтобы комьюнити развивалось. Это самое главное. Однозначно. Шелби у нас просматривает третью высотку справа, где находится Team The Powerful. И сейчас они как-то будут пытаться выжидать, пока данный коллектив выйдет из подзнания. Да, ребята просто томят. Как раз таки Peaky Blinders томят ребят из коллектива The Powerful сейчас. Но вообще нужды нету сейчас выходить, потому что, как мы помним, зона на левой верхней стороне. Да? И они однозначно где-то там посередине в центре круга. Да, всего лишь первый круг. Peaky Blinders RMX у нас сейчас с топовым кольтом и их 4 прицелом уже готов противостоять. Видит голову, дает небольшой прострел по Насимову, который сейчас же прячется между данными окнами. Понимает, откуда была стрельба, дает информацию своей команде ТПФ. Team The Powerful сейчас будет пытаться отвечать прострелами по Peaky Blinders. Да, ребята, дежавю у меня на самом деле, когда я смотрю краски на верхний Джорджиполь, где ребята. Краски вижу 7-ю и 15-ю команду. Это очень классный кемп, но тут с транспортами проблема огромная. Лута много, и выход, в принципе, безопасный. Есть разные отрезки, где можно убежать и на ноге. Но представим, что shift зоны был бы нижний. И когда они дерутся слишком долго, им нужно, во-первых, еще после еще найти транспорт. Да, огородник сейчас занимает крышу, но не знает то, что сзади еще находится один из представителей 7-й команды The Powerful. Сейчас со спины может сделать очень даже неплохой минус, пойти на размен, так сказать, пожертвовать своей жизнью, забрать одного и в ответ отдать именно свою жизнь. Огородник пытается, перемещается что с крыши, то на второй этаж, что на третий, как-то пытается найти лазейку, можно будет подстрелить команду The Powerful. RMX Kit у нас также просматривает окна, где совсем недавно он дал один тап по голове Насимова. Насимов уже давно ушел с данной комнаты, чтобы не получать урон, опять же. Да. Тем временем, возможно, сейчас он как-то увидит прострел по Сэму, он дает немножко фланг с внутреннего здания этажного. Если он вдруг чуть-чуть левее сейчас выйдет, он обязательно может его засечь. Представитель 7-й команды, они как-то очень разноброс. О, пролетел хаешка к Шелби прям сразу сейчас, наверное, да, пойдут рашить ребята из коллектива The Powerful. Сейчас коллектив как раз таки Peaky Blinders будут прикрывать своего товарища, но не смогли. Шелби забрали как раз таки. RMX Kit, если честно, как-то подозрительно. Зданием, видимо, есть инфа по Беке, но прям вот сильно контролируют они заднего игрока номер 7. Была информация по шагам, по всей видимости. Бека сейчас не торопится. И, возможно, RMX окна как-то у данного игрока, но у нас тем временем ротируются ТВП с Ясной Поляны, если я не ошибаюсь. Ну, с этой стороны будут как-то занимать какую-то оцентровку. Тем временем Лармас де Виски у нас занимает северный гангстер сквад. У нас опаздывают и будут проезжать мимо сквада Лармас де Виски, который занял северный. Your Fatality у нас будут перемещаться через центр моста. Недалеко, кстати, едут и те же самые Danger Esports, недалеко от Рожка, и, возможно, у нас будет встреча. Imperial у нас какие-то делают крифт-заносы на горе. Да, как раз таки только что видели, что Peaky Blinders опять зашли в схватку с ребятами из коллектива The Powerful и забрали одного из представителей под именем Бек.
Да. Смотри, как красиво они едут и стреляют все вместе. Тем временем Explode From Raver пытается задеть их на ходу. Псих нокает Мухаммеда у нас на этом килл-чате. Да. Все верно. В рожке у нас уже, по-моему, никого не осталось. Все как-то переехали. Но Explode From будут все равно закрывать этот край зоны. Они никуда не торопятся. У них целый сквад жив. Да, прям под ними сейчас находятся ребята из Коллизива под номером 17. Это Кирилл сейчас заходит к Киразу. Киразу. Который находится на крыше сейчас. Дает хаешку, при этом недалеко от своего тиммейта. Он мог его возможно, ножкой. Да, он сейчас и убьет, возможно, своего тиммейта. Да, покоцал немного и занимает самую верхнюю позицию на крыше. Видит одного из представителей. Сейчас будет зажимся как раз АК-47. Уже первый, второй. Сейчас нужно Сузик уже выходить. Можно! Хорош, нет! Хорошая попытка для хайлайта. Да. Но Imperial Аки справляется с Киразу. Последний сейчас игрок остается на ногах и забирает, ребята, Imperial. Explode From сейчас побеждает. Explode From очень вовремя сейчас с рожка сразу же потянулись к своим, которые были недалеко у моста и помогли. Если бы они этого не сделали, потеряли бы они и Берлина, и Равера. Dangerous Sport тем временем полностью закрывает, ребята, из коллектива Зверь. Ты видел то, что происходило в килл-чате? Сенатор дал хороший краски один нок для Диора из коллектива Зверь. И также коллектив как раз-таки Сенатор поддержал его огнем и закрыло весь коллектив хаешкой. И они отправляются у нас, по всей видимости, на 13-ю строчку нашей турнирной таблицы. Также был виден то, что Пики Блайндер встречались с ребятами из коллектива The Powerful. Ну, сейчас, наверное, нам покажут вообще, и объяснят, что вообще происходит. ДВП сойдет у нас сейчас передвижение недалеко от ихнего темпа на горе выше рожка. Уже тем временем по лестнице поднимается свои тиммейты, занимает крышу, и сейчас на ротациях были ребята из коллектива под номером 8, да, если я не ошибаюсь. Да, все верно. Там Elite Warriors проехали только что недалеко от них. И сейчас, да, ребята припарковали тачки очень-очень даже хорошо, заправляют транспорт. Тем временем увидел в чате от DE Диктатора очень неплохое сообщение. Ребят, болейте за своих, а не хейтите. Это да? Самое лучшее, что ни на есть сообщение, которое я увидел в данный момент. Хорошие слова. Ребят, болейте за свои команды, поддерживайте. И, возможно, они намного будут ощущать данную поддержку и покажут намного больший результат. Тем временем, восьмая команда у нас, Elite Warriors, сейчас едут под верхнюю часть карты, ближе к жаркам. Я так понимаю, надо будет занять low ground, который будет недалеко от... воды. Да. Как раз-таки занимает более северную часть карты. И видим первый airdrop, который уже потух. И внутри лежит МК-14. Семерки, само собой, глушитель на СВ, гили-костюм и фулл сет третьей брони. Они, кстати, вот ехали сейчас в сторону дропа. Возможно, они будут его... Нет, они все-таки остановились. Да, ты посмотри, сейчас на ротациях как раз-таки Мавирон заходит в Верхний Казахстан, и рядом с ними еще есть коллектив Snow Knight 13 и Peaky Blinders. Сейчас, возможно, они окажутся в бутерброде в таком небольшом. Да, посмотри, 14-й коллектив, это Мавирон уже подъехал к ребятам из коллектива по номеру 13, это Snow Knight 13, и сразу же нокнули одного из представителей этого коллектива. Мавирон, Баходер нас покидает сейчас, и остается следующие три игрока на лохопе, остается также еще один игрок, где это нахуй? Да, Мавирон у нас сразу же разменивает коллектив Snow Knight, нокает и сразу же добивает. Тем временем по одному киллу данная команда разменяла. ТВП у нас встречается с ДЕ. Да, Danger Esports встречается у нас с коллективом ТВП. Уже был размен. Сенатор нокнул одного. И ТВПшники, если я не ошибаюсь, нокнули одного. Обменялись нокнули, Danger Esports. Да, наверное, сейчас будет поднимать своих товарищей. Если, конечно же, все увидим, еще больше ничего не увидим такого. Мавирон у нас более-менее все равно прекратилась какая-то стрельба, но он увидел нокнут, то пытался доесть. Да, он доел Макса. Кадич уже делает, по-моему, 2 килла именно на этом отрезке верхнего Георгополя. Коллектив Snow Knight 13 Рузи сейчас принял решение убегать и как-то выживать для своего коллектива, чтобы занять более выгодный плейсмент. Я думаю, уж лучше всей командой заранее решать, нежели чем вот так вот терять своих игроков.
Но что произошло, то произошло. Ему придется сейчас просто бежать в одиночку до зоны без какого-либо транспорта. Тем временем у нас Лармас де Уиски недалеко от коллектива номер 8 Elite Warriors, которая, возможно, сейчас встретится. Также они... Пики Блайндер сейчас будут залетать к ребятам. Мы видели то, что из-за зоны ребята ротируются именно. Elite Warriors у нас дает прострел по Лармас де Уиски. Огородник на ногах. Учиха, кстати, у нас делает ник по ног по Пики Блайндерс огороднику. Огородника он убрали. Уже сразу же и добили его. Да, 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 сразу Лармас же. Лармас де Уиски решили поменять позицию, потому что по ним уже была собрана информация. Тем временем Хуан неплохой получает. Пострел дал он ему. Почти пол хп на одном голографе. Да, да, да. Берлин падает от рук психа. Также на киллфиде было это видно. И сейчас, ребята, из коллектива нам показывают как раз Elite Warriors, припарковывают машины и сейчас будут отправляться держать именно это место. В общем, у них однозначно это гараж экзибита, где очень много тачек. Да, да. Заняли они сейчас участок шутинг-рейнджа и при этом будут как-то стараться... ждать новый шифт, чтобы занять более выгодную позицию. Это лучшее решение от Elite Warriors, потому что сейчас решается, возможно, ихняя судьба данной групповой стадии. Им нужно поднажать это. Но тоже. Они находятся на лоу-граунде, то что не то чтобы хорошо, но как раз нам сейчас показывают ребята из коллектива The Powerful, которые выжили после схватки с Peaky Blinders на Верхнем Казахстане. И видим то, что на этой горе они разделяют как раз таки место вместе с ребятами из коллектива Lamas de Whiskey, которые замечают то, что они приехали. А ребята как раз таки The Powerful не знают про... то, что тем сейчас... временем у нас сейчас Лармас де Уиски приближается к команде номер 7, сразу же замечает в лоу-граунде Учиха, достает гранату, заряжает под дерево, где находится игрок команды номер 7. Возможно, сейчас даже будет ног. Джек у нас валяется в траве с Дегтяревым, видит контакт, обходит слева, сейчас жесткий файт. Идет куда-то прострел от Джека, сразу же его разменит Учиха с Узиком. Учиха крутит с правой стороны под камень, но Экстази вовремя вышел и сбоку помог. Да, Берлин, Вазелин сейчас. Вазелин. Да, смог прикрыть своих товарищей. Также видите на ротациях ребята из коллектива под номером 14, это Маверон, пропускает их. Он проехал в сторону как раз-таки Snow Knight 13, который там остался последний, по-моему, представительно. Джек очень карте. Неуверенный, если честно, как-то зажал. Уже 7 киллпоинтов у ребят, это уже хорошо. Кстати, да, Лармас де Уиски, как бы я не сказал, но они разошлись что-то в этой катке. И не только они, причем. Очень много коллективов, которые вообще отстали. Как-то воспряли духом и начали показывать нестандартные скилл, да. То есть они пытаются в себя поверить. Это как в матрице. Да, тем временем, ребята, из коллектива Peaky Blinders, это острые козырьки, сейчас будут ротироваться в сторону зоны. Как раз-таки, по всей видимости, на поздних таймингах выходили из-за синьки, и сейчас будут направляться к ребятам. Тут же со спины получает RMX Kids сейчас, и по левому флангу за зоной будут входить как раз таки в следующий круг. Но эту гору, как мы знаем, как мы видим на мини-карте, и как подозревают ребята, уже занято ребятами из коллектива Lamas de Whiskey, да? И они будут, они понимают, что там происходит, и сейчас они будут более безопасную зону занимать. Вот как раз таки, если бы они сейчас повернули, вполне неплохое место. Там показывает, что никого нету. Они решили вообще огромный круг сделать. Не знаю почему, но, видимо, им виднее. Тем временем показывают представители Danger Esports, Phantom и Сенатор Псих и ОЗ за УАЗиком прячется. Видимо, недалеко есть какие-то определенные контакты. И это команда номер 14 Маверон. Да, да, ребята как раз играет очень-очень даже хорошо сейчас в этой ситуации. И видим то, что на ротациях Peaky Blinders заходит прямо к ним. Также и Lamas de Whiskey на ротациях. Почему они отдали именно свое место? Псих тем временем нокает одного из представителей Your Fatality. И также нужно давать следующий нок последующему едущему ротирующемуся Фантом игроку. Фантом уже видит игрока, представителя команды номер 11. Гифтик. И прям преследует он его, прям берет в руки, убирает автомат, лишь бы догнать его. Сейчас садится и видит представителя проезжего команды номер 11 на даче. Дал спрей, но безрезультатно. Тем временем команда Lamas de Whiskey видит у нас представителей Elite Warriors. Дает спрей по шее. И да, это был нок.
Это был, да, это был ног для представителей Лармас Довиски. И Экстази у нас на коленках сейчас находится. Нужно понимать своего товарища. Вроде бы ЛГшка неплохая, хорошая, но ребята могут как раз-таки поймать их на перебежках к поднятию своего товарища. Нет, поднимается. Пенсер поднимает Экстази спокойно его. И Хан дает прострел по горящей тачке. Пока что безуспешно. Да, там полностью закрываются они. Лапар закрывает одного из представителей Пики Блайндерс. И Лапар зарабатывает еще 2 ПТСа от Бэтбоя сейчас. Там еще и Дейти дал ног. Так что, возможно, полностью они еще и не были закрыты. А тем временем Elite Warriors у нас пытаются настигнуть Лармас Довиски. Но отмечу, что Лармас Довиски сейчас... Сейчас у них есть сзади игрок, который, возможно, зайдет на Elite Warriors и сделает очень много работы. Но на 13 Рузик нас покидает сейчас. Лармас Довиски добирает, по всей видимости, последнего представителя. Нет, как раз одного из представителей, который был нокнутым. Учиха! Хороший тап с Минки! Два нока дает и сразу же пытается доесть Шейха и второго само представителя собой Иссу. При этом другие два, один челик, который остался Хан в другом самолете, Лармас Довиски знает их, его место расположения, сейчас чуть ближе подойдут и расстреляет. Сверху выходит Экстази, дает скрой. Хороший! Да, они очень легко сейчас расправились с ними, Лармас, потому Довиски что был фланг. 11 киллпоинтов, молодцы, ребята, так держать, показывайте нам мясо, ребята. Лармас Довиски, кто бы подумал, что вот они сейчас просто соберутся. Exploded From у нас тоже три представителя, которые остались в живых. Возможно, сейчас наделают дело. Видят они представители команды номер 18, которые ТВП пытаются ротироваться. ТВП у нас берут чуть-чуть левее, но они будут, возможно, сейчас заходить на тех самых Лармас Довиски. Дает прострел, Учиха вылазит все с машины. Взрыв! О, машину взорвали, но почему-то на одного из представителей ТВП это не подействовало. И сразу же коллектив Экстази поддерживает своего товарища. Тут же подходит на размен, ребята играют, но нет, сейчас Вазелину придется нелегко. Нужно будет спасать своих товарищей. Тем временем Exploded From добивает своих, свой улов, да, так сказать, который от они лапар, сделали. Который сейчас просто валяются по траве. Хорош, Рашер полностью закрыл, ребята, из коллектива Лапар. Зарабатывает тем самым 3 ПТС к себе в копилочку. Да, очень неплохо. Плохой выстрел с М24. Тем временем Лармас Довиски у нас поднимает своего тиммейта Фенсер, который остался один вместе с Вазелином. Будут как-то пытаться ТВП. Еще до сих пор живы тоже очень сильные просевшие ПХП. У них как-то растянулся файт, но их трое в живых. Разве что Коценок сейчас заряжается граната. А кто знает, перекинет он через этот самолет и взорвет всех. Также ХАЕшка к ним прилетает. Тоза опять нокает Фенсера. И ТВП сейчас будут решаться идти в раш. Трое дается смок и дается фланг. Вазелин сразу пытается убежать, сразу же его закрывают ТВП. 13 киллами, ребята, покидает нас на 6-й строчке. И видим то, что Джасура сейчас мучают ребята из коллектива Exploded From. Как раз таки последний, по всей видимости, представитель из этого коллектива. Да, я не ошибся. Также Your Fatality последний игрок на карте сейчас остается и нам показывает Exploded From Rusher, который сделал неплохой килл, тем самым забрав Лапар Тим полностью отправить в лобби в этой ситуации. Danger и Sports у нас также до сих пор живые, они находятся на верхнем участке края зоны, они уже его заняли, там разве что один игрок просевший ПХП, тем временем Rusher у нас видит. Danger и Sports дает неплохой ног по сенатору, очень жестко он сейчас зажал его, сразу же начинает отстреливать сбоку, сзади и... Да. Сзади пытался Берлин его убить, но он умер от зоны. Рашер просто сейчас на маленьком количестве лаке, ХП, на лаке, да, сделал выжил просто 2 минуса, так же и успел спрятаться от 6-го коллектива. Рашер опять начинает нашивать, только уже другой коллектив ТВП, который находится слева. Тем временем сенатора поднимают, раскид дымов, чтобы пройти ближе к центру зоны. Exploded From просто не сдаются и пытаются показать самый лучший результат. Все соки выжимают ТВП слева. Danger и Sports, у нас остается 4 коллектива. У нас скоро начнет свое движение и прямо в голову прилетает. Ну, Exploded From закрывается от дозы сейчас. Ой-ой, как же больно было в этой ситуации для ребят. Тем временем у нас остается ребята из коллектива DE. Это как раз таки Danger и Sports против
4 на 4. Нет, извините, это 3 на 4. Как раз и ТВПшники сейчас не полным составом играют. Уже втроем. 2 на 4. Вози дает ног по представителям ТВП. Сразу Псих же доза падает. Разменивает по психу. При этом есть два просевших по ХП игрока. Danger Sports. Доза у нас дает фланг справа. Сенатор нокается у нас сзади от Your Fatality Такаши. Очень не вовремя забирает. Он мешался. Хорош, хорош, как раз таки. Амир у нас на коленках сейчас остается, а вдвое это Саят и Доза на ногах боевой ситуации. Сейчас. Доза у нас подбирает сенатора, который был нокнут до этого представителем Your Fatality Такаши. Такаши очень сильно подходит. Вот сейчас Rush Danger Esports, который делал сенатор. Да, пытался да. под камень поджаться, Доза раскидывает дымы. Your Fatality так дает ног по ребятам из коллектива Danger Esports. Сейчас в этой ситуации и Такаши, по всей видимости. Да, закрыл так! Такаши закрыл хаешкой всех просто. Прострел через смоки, ничего не видно. Один но на Доза... три. Но, да. но ТВП собрались и взяли свой первый топ-1. Ну, посмотри, как Такаши играл. Просто две хаешки закинул, тем самым забрав минус 3 просто. Нет, извините, минус 2. Да, минус 2. Там еще были нокнутые ребята от коллектива The Powerful. The Warriors. Team Wild Power. Извините, очень много команд. Очень, да. очень тоже неплохую работу сейчас проделал игрок Your Fatality, который мало того, что выжил, так еще и подпортил игру Danger Esports. Да, да, да. Поэтому сейчас даже не представляю, статистика, что происходит в группе. Статистика, мы тут на самом деле делаем записи какие-либо, которые могут повлиять как-то, чтобы и мы тоже не забывали, да, скажем так. И у нас сейчас просто полный диссонанс, потому что мы не понимаем, кто может, как раз-таки, кто четыре команды, которые как раз-таки выйдут в финал. Даже есть представители, которые брали топ-1. Ну, например, да, приведу сегодня в пример, Лапар брали топ-1 в первом дне, но, будем честны, наверное, на втором дне они, к сожалению, как-то расслабились, и у них что-то не получалось. Да. И может быть так, что, учитывая, что они взяли даже winner-winner chicken dinner, команда, которая не брала топ-1, может пройти, потому что у них были стабильные результаты. Где-то они в тройке, в двойке всегда по плейсменту стояли. Интересно даже будет посмотреть полную статистику поинтов данной группы. Да, это очень крутая катка последняя была. Очень многие команды, которые отставали, воспряли духом и попытались ставить конкуренцию более сильным командам. Вот как раз-таки 8 команд выйдут у нас из этой группы A сейчас. И, ну, как раз-таки, давай еще раз напомним, освежим память нашим зрителям. Лапар один раз, Winner, Winner, Chicken Dinner. Также Your Fatality, также один раз. Peaky Blinders, также один раз. Dangerous A-Sport, целых 2 раза. Snow Knight 13, один раз. The Powerful также один раз. И Team Wild Power тоже один раз. Winner, winner, chicken dinner. И посмотрите, какая у нас статистика. Мы в полном конфузе. Очень, очень интересная понимаем. Группа. Очень схожая, наверное, по скиллу. И там действительно была определенная неразбериха в плане доминации. Так что все коллективы показали себя с лучшей стороны, как и в последней, кстати, катке. Мавирон показали свой характер. Показали свой характер Only Up. Так что я даже не знаю, что произойдет в подсчете. Но победит сильнейший. А тем временем хотим поблагодарить наших организаторов турнира MITC, IT-парк, RevoTech и Arcred. Самый главный у нас организатор и спонсор нашего турнира – Адреналин. Ребят, оставайтесь у нас на стриме. К сожалению, сегодня уже конец. Последние карты уже отыграли. А завтра у нас ждет финал. Финал. Последняя группа, финальная. Мы обязательно всех вас ждем завтра на стриме. Ребят, подписывайтесь на канал, не пропускайте трансляции. Само собой, ребят, болейте за свои команды, ни за что, никогда не оскорбляйте другие команды. Это было, да, кстати, хорошо сказано. Завтра мы уже вернемся таким же составом и осветим вам события уже финала. Ребята, спасибо, что были с нами. До встречи!